Ребята, всем привет! Добро пожаловать на наш вебинар. Здравствуйте, я вижу, вы в чате уже что-то пишете. Привет всем, меня слышно, видно? Привет. Отлично. Да, так лучше. Хорошо. Большая часть участников пожелала посмотреть копию. Поскольку это одни из крайних выходных уходящего года, и не все могут позволить себе, соответственно, 3 часа просидеть в субботу днем, плюс разница во времени. Я вижу вас чуть больше 30 человек, это те, кто будут принимать участие онлайн. Вот, и, соответственно, еще большая часть будут смотреть это в копии, которую уже заказали. Вот, если вы хотите копию, ее также можно будет заказать, сразу предвосхищая ваши вопросы в этом смысле. И кто-то может потом ее посмотреть, даже если вас не было на трансляции. Те ребята, кто сегодня присутствует, смогут задавать свои вопросы. Привет! Тема у нас сегодня очень под конец года, на мой взгляд, актуальная и важная. Актуальная она непосредственно связано, естественно, с терапией невроза. Это не просто тема, на которую мне захотелось с вами поговорить. Эта тема непосредственно вынесена из кабинета психотерапии. Она вынесена из моего личного опыта работы с моими клиентами. Так что, а у меня примерно около 70 людей в неделю, учитывая группы по 8 человек, плюс персоналки очные по скайпу, примерно 60-70 человек через мою голову проходит в неделю. Это много. Вот. Соответственно, это все уже много лет, и можно уже сделать и статистику, можно сделать и выводы, можно сделать и определенные закономерности. И вот сегодня мы поговорим об очень важной такой истории, которая не просто важна в терапии ваших неврозов, но она также важна и в жизни в целом. Как для профилактики депрессии и проблем, так и для терапии нынешних сложностей. Вы видели прекрасно, что вебинар сегодня анонсировался как две главные темы. Это работа с привязанностью и работа с эмоциональным переживанием расставания. Поставьте сейчас плюсик, кто вообще сталкивался, или кто чувствует, что ему будет тяжело расставаться, или кто имел такую проблему, когда вы расстались с девушкой или с парнем, бились головой об стену. Вот, сразу прям много. Угу. Вот, и мы будем сегодня говорить о том, почему так происходит, с чем это связано, и как сделать так, чтобы этого не случилось. Сразу вам скажу, что сегодняшний вебинар может перевернуть вообще парадигму вашего понимания не только себя, но и мира в целом. Поэтому предлагаю вам, скажем так, немножечко быть к этому готовым. Потому что вы жили в парадигме определенной, о том, что такое любовь, о том, что такое, как это происходит, и всю жизнь жили в этой парадигме. И сегодня, возможно, вы много для себя что, соответственно, узнаете. Напишите сейчас плюсик те, кто этот вебинар получил в виде рекомендации от друга или подруги, или все мои зрители в основном. Все зрители. Прекрасно. Видите, какие у нас молодцы все. Хорошо, но я думаю, что этот вебинар вы сможете передать своему другу или знакомой, который находится в депрессии. Таких людей очень много, я это знаю не понаслышке, которые расстались со своим парнем или расстались с девушкой, и им тяжело. Никогда не задумывались, почему тяжело, почему вот такие эмоции, такие чувства, такая депрессия, такая пустота. Сегодня мы об этом поговорим. Также мы затронем вытекающие из этой темы сферы, такие как ревность и измены.
Кто сталкивался с ревностью, кто сталкивался с изменами собственными или боится этого? Иван, понятно. Да. Ревность. Отлично. Вот сегодня поговорим о механизме ревности, поговорим о механизмах так называемых измен. Я не очень люблю эту тему, точнее это слово «измена», но мне приходится использовать этот термин, потому что он для вас понятен. Если бы я не использовал определенные термины, которые для вас понятны, вам, наверное, было бы сложнее. Поэтому я буду говорить слово «измена», хотя по большому счету я не очень понимаю это слово, потому что не очень понятно, что это такое, что это за... Как это слово можно применить в отношениях двух независимых людей? Не очень для меня ясно, да, для человека, изучающего психологию личности. Но об этом чуть позже. Прежде чем мы приступим к нашей теме «Привязанность, ревность, измена и самое главное – переживание расставания», я расскажу маленькую структуру. Структура заключается в том, что... есть основная проблема, которую 95% людей не знают и не понимают. У них есть своя парадигма любви, у них есть своя парадигма чувств, и у них есть своя парадигма отношений. В основном эта парадигма навязана с детства таким образом, что у вас даже никогда не было сомнений в этой парадигме. Вы сначала читали книжки, точнее сказки. Вот. После сказок вам родственники, взрослые, учителя, педагоги и какие-то кумиры из кино, из телевизора рассказывали какие-то истории. И у вас сложилось полное понимание о том, как выглядит любовь, что это за чувство. Если вы вспомните, когда вы с этим первый раз столкнулись, это был какой-нибудь детский сад, начальная школа, так? Помните вот эту эмоцию, и вы говорите: «Я влюбилась в мальчика». Он в школе приносил мне конфеты. И как это выглядело? Помните, да? Это выглядело, что вы о нем думаете, что вы по нему скучаете. Это выглядело именно таким образом. И вы назвали, что «О, кажись, это оно». Вот. И вот так, собственно, такими маленькими шажочками вы удостоверялись, как вам кажется, о том, что такое любовь. А потом вы взрослели, у вас появлялись первые сексуальные опыты. Ну, если у вас они, конечно, появлялись. У кого-то раньше, у кого-то позже, у кого-то еще не появлялось. Все впереди. Но у кого появлялось, тот знает, что чувство, когда ты расстаешься с человеком не по своей инициативе, достаточно болезненное. Вот сегодня мы тоже об этом поговорим, почему так происходит и из-за чего. Но сначала я бы хотел, поскольку этот вебинар смотрят в основном клиенты с тревожно-депрессивными неврозами, и еще раз очень сжато и очень коротко рассказать важный аспект по симптоматике, потому что вы все, конечно, знаете, что мой профиль именно тревожно-фобические и депрессивные расстройства, связанные с психовегетативными феноменами, связанные с фобическими феноменами, с навязчивыми и так далее. Коротко, еще раз, такая маленькая для вас бонусная напоминалочка и напоминалочка бонусная для тех, кто будет смотреть в копии, а копию приобрело больше, чем сегодня есть онлайн. Вот, соответственно, сразу вам хочу сказать, что еще раз напоминаю. Вегетососудистая дисфункция – это эмоциональное состояние. Его нельзя диагностировать на томографе, на ультразвуке, на ЭКГ и на прочих эндоскопических исследованиях. Вегетососудистая дисфункция – это синдром, как совокупность жалоб пациента на функциональное состояние. Тахикардия, нехватка воздуха, головокружение, диарея, озноб, холод, пот, слабость и так далее. Под всей этой историей кроются исключительно эмоциональные расстройства различного происхождения, различного генеза.
лечить вегетососудистую дистонию какой-нибудь таблеткой. Вот мне тут ребята скидывают рекламу какого-то нового зелья, какой-то таблетки. Может быть, вы подскажете название, не помню. Похоже на глицин. Название, она тоже короткая. Значит, я хочу пояснить, потому что меня просили прокомментировать это в социальных сетях. Сразу вам хочу сказать, что если говорить о глицине, глицин – это аминокислота. Да-да-да-да-да, верно. А глицин – это аминокислота, которая отвечает за консолидацию памяти и за консолидацию процессов высшей нервной деятельности. Вы можете уесться вагоном глицина, и это никак не изменит ваше предвзятое отношение к окружающим людям, вашу ревность, ваш страх, ваш стыд, вашу социофобию, ваше предвзятое отношение к самому себе и к миру в целом, что вызывает эмоцию. Вагон глицина съедите, ничего не будет. Второе. Глицин не создает транквилизирующего свойства, поэтому вся ваша история, что я махну глицин во время паники или тревоги, это не более чем иллюзия. Глицин – это аминокислота, которая прежде всего отвечает за консолидацию памяти и внимания. Никаких реактивных действий она не оказывает. Поэтому глицин – это дополнительная добавка, как дополнительная аминокислота к вашему питанию, чтобы ваше питание не было объединено глицином, чтобы ваша память и ваш головной мозг функционировал более-менее адаптивно. Как дополнительная история. Вы глицин потребляете с пищей в разных продуктах, потому что в разных продуктах содержится разный аминокислотный профиль. И что-то как-то вы, ну, явно не можете съесть килограмм каких-нибудь орехов или килограмм овощей, и вам станет спокойно. Хотя глицин там тоже содержится. Дальше. Афобазол – это ингибитор обратного захвата серотонина нового поколения, достаточно средненький. Принимается он курсом от 3, по-моему, до 4 недель. Функция его заключается в том, чтобы выравнивать серотонин, но никак не справляться с неврозом. Поднимает, в общем, собственно говоря, его функция – это настроение. Это захват серотонина для того, чтобы ваше настроение сильно не прыгало. А вот тот препарат, о котором я хотел вам рассказать, вот этот Элтан что-то там, меня просили просто прокомментировать, я прокомментирую. Позиционируется этот вот препарат как средство от ВСД, если вы видели рекламу. Значит, хочу пояснить, что технически средством от ВСД можно назвать валерьянку, можно назвать пустырник, можно назвать любое растительное происхождение, имеющее седативный эффект. И его пропустят как показание при невротических тревожных вегетососудистых дисфункциях. Я удивлен, почему раньше не было сделан такой маркетинговый ход, чтобы продать как можно больше таких препаратов, потому что их будут покупать, безусловно. Суть заключается этого препарата в том, что в нем содержатся растительные успокоительные средства. Разные вытяжки из разных растений, которые никак не занимаются терапией неврозов и уж тем более проявлением невротических расстройств. Максимум, что люди получают от подобных препаратов или подобных комплексов, это легкий седативный эффект на время действия препарата. Ровно так же вы можете закинуться валерьянкой и пустырником, вы получите точно такой же эффект. Соответственно, подводя тему фармакологии и подобной рекламы, хочу сказать, что нету таблетки, нету препарата, который лечит неврозы. Потому что неврозы – это эмоциональное последствие, это последствия вашего эмоционального расстройства. Если у вас случились панические атаки, вегетососудистые дисфункции и прочие штуки, знаете, вы находитесь в эмоциональном дисфункциональном состоянии. И работать вам нужно именно с эмоциональным дисфункциональным состоянием. Искать лекарства от тахикардии, от экстрасистол, от прочих психофизиологических феноменов бесполезно. А даже если вы начнете принимать седативные или транквилизирующие препараты, это будет временный эффект на время приема. Но пока вы не решите вопрос ваших эмоций, дальше ничего не случится. Понятно? Соответственно, садиться на амитриптилин, на феназепам, на гидазепам в Украине, да, и прочие транквилизирующие препараты не просто бесполезно в частности терапии неврозов, но и опасно привыканием.
Для мужской сферы это опасно импотенцией, для длительного приема феназепама, гидазепама и так далее это опасно атрофией, функциональностью коры головного мозга. Проще говоря, у вас будет страдать память, у вас будут страдать когнитивные процессы. Поэтому не увлекайтесь никакими барбитуратами, карвалолами, волокординами, транквилизирующими препаратами, потому что длительный прием этих препаратов сказывается на вашей функциональной, уже нормальной функциональной системе работы головного мозга. Понятно? Good. Значит, что еще я бы хотел сказать? Прежде чем мы начнем нашу основную тему, хочется послушать ваши пожелания. Пожалуйста, напишите ваши пожелания непосредственно. Вопросы вы зададите в конце, а я бы хотел сейчас именно пожелания. Именно пожелания по сегодняшней теме. Любовь, привязанность, ревность, измены. Как пережить расставание. Будут ли какие-то пожелания, чтобы я немножечко сфокусировал чуть побольше. Зависимость от мужчины, да. А у меня депрессия от того, что сама хочу расстаться после 20 лет замужества, не знаю, как это сделать. Потому что в семье все равно все ровно и спокойно. Угу. А зависимость, акцент на привязанность. Угу. Зависимость. Угу. Видите, как много зависимостей, да, уже. Угу. Постоянно изменяю, потому что мне скучно. Девушка пишет. Я вас понял. Как понять, любовь или нет, что такое любовь, тоже девушка пишет. Угу. Зависимость и ревность. Любовь и зависимость. Полигамия. Иван. Угу. Это прям фрейдистская история. Боязнь уйти и перемен, измены. Ну, в общем-то, вы пишете все то, что я декларировал, да? Ничего такого, наверное, выходящего за рамки. Ну да, что такое ревность? Живу с мужчиной, не хочу его, но он многое мне оплачивает. Думаю, смогу ли привыкнуть полюбить его, так хороший подходит для мужа. Ну да. Действительно, избавление от привязанности от рекомендаций, да? Почему неудачи в личной жизни сильно влияют на остальные сферы? Как научиться стремиться к этим? Угу. Да. Как пережить расставание в самые первые дни? Да. Угу. Зависимость от всех красивых девушек. Или, наверное, спрашивает. Да. Только, окей, теперь возьмите ручки, бумажки. Я вам буду какие-то вещи говорить, записывайте, да? Вот на 40 человек прибавилось, но большинство будут смотреть записи. Мой парень женился у меня за спиной. Клёво. Слушай, ну это прям пожелать ему успехов надо. Молодец какой. После 5 лет отношений. Но он имел на это полное право. Как пережить? Ну, во-первых, твой парень абсолютно независимый, свободный человек. Он может жениться, он может разводиться, он может делать что угодно. И здесь проблема не в том, что он сделал какую-то из ряда вон выходящую штуку, а проблема в том, что он не оправдал твоих ожиданий. Сейчас мы об этом будем очень много говорить. Угу. Тройные отношения. ЖЖМ, ММЖ. Что ты имеешь в виду? Давайте вернемся к вопросу Анастасии. Поэтому сейчас мы с этого как раз, наверное, начнем. Потому что на самом деле мужчины и две женщины прекрасно. Одновременно или нет? А на самом деле тему измены одновременно великолепно. Передайте ему привет от меня большой. На самом деле тему измены мы хотели с Викторией Исаевой снимать в наших циклах видеолекций, но мы сейчас тормознули по... моим, прежде всего, причинам. Вика хотела дальше снимать, а у меня столько дел, столько там забот, что тяжело. Видите, я сам свои ролики пока отложил в сторону, да, но в 17 году продолжится все это снимать, поэтому не переживайте. Вот, и тему измены мы хотели с ней освещать в наших секс-патруле, кто смотрел. Но я думаю, Вика не очень обидится, если я эту тему разобью сегодня в своем вебинаре.
Надеюсь, во всяком случае. Вот, соответственно, давайте вернемся к вопросу Насти. Мой парень женился за моей спиной после 5 лет отношений. Проблема не в том, что твой парень сделал какие-то из ряда вон выходящие вещи, а твой парень принял решение сделать так, как он посчитал нужным. И расстраивает нас прежде всего здесь не то, что парень повел себя как-то плохо. Мы нигде не увидим, ни в каком документе, нигде не увидим, что он не должен был так себя вести. Он повел себя так, как он считал нужным в данной реальной ситуации. А проблема в том, что у тебя есть иллюзии, как и у большинства людей на этой планете. У вас есть некие иллюзии, которые совершенно оторваны от реальности. Иллюзии эти называются ожидания. Вы, знакомясь с человеком, ожидаете определенного поведения, ожидаете определенного отношения к вам, рисуете себе картину о том, какой он будет, как будет выглядеть ваш быт, каким будет выглядеть ваша семья, какой будет выглядеть ваша личная жизнь. И вы на самом деле в этот момент отрываетесь от реальности и улетаете в некую фантазию, некой иллюзии. Но если предположить, что вот это вот – это ваша иллюзия, а вот, это ваша реальность. Посмотрите, насколько они далеки друг от друга. Потому что ваша иллюзия заключается в том, что вы думаете, что вот так вот будет, он будет так себя вести, у нас будет собака, лабрадор, рыбки, мы будем счастливы и так далее и тому подобное. Это ваше ожидание. А реальность заключается в том, что будущего не существует. Будущего не существует. Потому что планета Земля вертится в 2 плоскостях, условно говоря. Она вертится вокруг Солнца по своей орбите. И чем Земля дальше от Солнца, это называется время года. Также Земля вращается вокруг собственной оси. Это называется что? Подскажите. Помните? По орбите Земля, когда вращается, это время года, а когда Земля вращается вокруг соседей, это сутки. Потому что Солнце падает, соответственно, на Землю, Земля вращается, таким образом у нас получается день и ночь. Будущего не существует в этом смысле вообще в принципе. Потому что на Земле 14 миллиардов людей кишит всевозможным взаимодействием, а Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси. Вот и вся история. Не существует никакого будущего. Все ваши иллюзии, все ваши ожидания о том, что будет и как у вас будет с этим парнем, это не больше, чем иллюзия. Реальность заключается только в сегодняшнем моменте, здесь и сейчас. И если здесь и сейчас у вас все хорошо, и у вас все здорово, вам все нравится, то никто не знает, что будет через несколько витков Земли вокруг Солнца, потому что это неизвестно. Ровно так же человек развивается внутри себя. Послушайте внимательно, планирование немножко другое. Планирование – это пожелание. Человек развивается в своей психике постоянно. Каждые полгода, каждый год, каждые 3, каждые 5 он набирается нового опыта, он развивается так или иначе. В нем происходят изменения. А если человек еще читает, если он посещает семинары, если он учится, если он меняет работы, если он развивается, то этот процесс идет еще быстрее. И глупо говорить о том, что... Вот вспомните, например, сейчас. Вспомните себя лет так 18. Вспомните. Девочки и мальчики, вспомните себя 18 лет. Вот скажите, пожалуйста, ваши ожидания, ваши мечты 18 лет и ваши ожидания, ваши мечты в 25 лет, 23 и 25 года, насколько разнятся? Ваше поведение в 18 и ваше поведение в 23, ваши выборы, в которых вы были уверены 18 лет и ваши выборы в 23-25, насколько отличаются ваши убеждения? Вот. 85-100% вы будете всегда меняться. Потому что тот опыт, который у вас есть на определенном этапе жизни, абсолютно изменится через 2-3 года. И небо, и земля. Конечно, девушки пишут, например, Алена, почти на 100%. Но безусловно, потому что абсолютно глупо считать, что сегодня то, как вы думаете, у вас не изменится. Вы будете меняться. Намного, порой полностью. Девушки пишут. Кардинально. Анна пишет. Безусловно, поэтому запомните. Люди развиваются. У них меняются взгляды, вкусы, предпочтения, опыт,
выводы. Глупо от себя ожидать, что у вас что-то не изменится в голове. Вот это можете принять? Ровно так же глупо ожидать о том, что у вашего партнера, это вас надо в крионную камеру поместить, чтобы вы ничего не менялись, чтобы вы поженились 1 сентября 2000 года, и чтобы у вас ничего не поменялось, вас надо заморозить и изолировать вообще от общества, от развития. И это невозможно. Особенно если вы живете, развиваетесь, работаете. Поэтому первый тезис, который вы должны запомнить – люди развиваются, люди меняются. Люди меняют свой внутренний мир, меняют свою эмоциональную структуру, меняют свои выборы. Это нормально. Вот это вы можете понять и принять. Из этого тезиса вытекает следующий очень важный тезис, что абсолютно наивно предполагать, что в единицу времени 3-5 световых лет, земных лет, вы не изменитесь. Вы изменитесь, черт побери, но как же вы не можете это понимать? Многие говорят, мы познакомились 1 сентября 2000 года, и мы любили друг друга. Великолепно, никто не спорит. На 1 сентября 2000 года у вас было все так. Прошло 5 лет, я вообще говорю, кто этот человек? Что это такое вообще? Это просто пипец. Как это? Кто это? Люди меняются. Люди развиваются. И если вы познакомились 1 сентября 2000 года, кто вам сказал, что через 3-5 лет не произойдут вот эти вот турбулентности? Они произойдут. Очень редко, когда это происходит синхронно, это скорее больше на этой земле редкость, нежели это закономерность. Потому что в основном это всегда происходит вот так. Встретились, начали что-то так, потом это естественно. Конечно, в идеале, когда люди развиты достаточно хорошо, а я сегодня попробую вам эти все фишки рассказать, да? Соответственно, если люди будут развиваться синхронно, помогая друг другу, то у вас есть достаточно хорошие шансы взаимодействовать адекватно и гармонично. Но в большинстве случаев надо принять за аксиому, что вы будете меняться. Вот давайте сейчас попробуем статистику, только честную. Кто, когда встречался со своей девушкой или со своим парнем, был на 100% уверен, что это его будущий муж, будущая жена, и что лучше не найдет? Плюсик поставьте. Вот. Мы все так думаем. Мы все в этой иллюзии находимся, что когда мы встретили, мы уверены на 100%. А теперь поставьте восклицательный знак те, кто через какое-то время понял, что что-то как-то вообще не алло. Не туда. Вот. Вот вам еще одно математическое эмпирическое доказательство, что я прав. Люди меняются. И если вы уверены в этом сегодня, посмотрите статистику, никто вам не скажет о том, что через некоторое время все повернется диаметрально противоположно. А вы были уверены. Помните это? Вот это очень важно. Вот это первый тезис, который вы должны забить себе в голову очень важным пониманием. Люди меняются. Люди развиваются. И это нормально. Это не измена. Это не предательство. Это нормально. Потому что люди на планете Земля автономны и независимые существа, которые не могут не развиваться, особенно если они прилагают к этому усилия. Поэтому запомните очень важный первый тезис. Если вы сегодня уверены в том, что это ваш человек, и вам клёво, радуйтесь, кайфуйте, радуйтесь, получайте удовольствие, живите вместе, создавайте что-то. Но держите в голове очень важную аксиому, что люди меняются. И вы должны быть внимательны к этим изменениям. Потому что невнимательность к этим изменениям влечет другие пагубные для вас последствия. Сейчас мы об этом поговорим. Вот этот первый математический и научный тезис всем понятен о том, что люди меняются, и о том, что ваша уверенность – это иллюзия. Окей? Зашло в голову? Поэтому, когда вы в следующий раз будете бить себя головой об стену, это оно,
Это оно единственное, я наконец-то нашла. Вот оно спустилось, сука, на землю. Вспомните мои слова, что на самом деле может пройти какое-то время, и все поменяется. Вы даже сами этого не заметите. Вы скажете, а у меня другие уже цели, другие задачи, потому что вы меняетесь. Подождите, потом вопрос. Соответственно, первый тезис вы должны просто принять. Что нам даст это принятие? Догадываетесь? Вот у нас Настя, например, задала вопрос. Что нам даст этот тезис? А нам даст этот тезис тот, что если бы Настя это понимала изначально хотя бы это, когда ее парень женился за ее спиной, она бы сказала, да, это расстраивает, это немного не входило в мои планы, но я прекрасно понимаю, что он независимый от меня человек, и он мог поменяться. Он мог измениться, он мог измениться в своей структуре психики дальше. У него могло это поменяться, и это нормально. Мне жаль, что это немножечко не соответствует моим ожиданиям. И я думала, что будет немножко по-другому. Но это нормально. Он имеет на это полное право. Я пожелаю ему успехов, пожелаю ему дальнейшего развития. И постараюсь остаться в нем в нормальных человеческих отношениях. Потому что те 5 лет, которые... мы провели вместе, это здоровский опыт, это классные времена, я буду об этом вспоминать с радостью, но я не буду мучить себя убеждением о том, что такого не должно было быть, потому что я знаю, что это нормально, это естественно. Запомните второй тезис. Обижает и расстраивает вас при расставании, это первое, только начало, ребят, то, что ваши ожидания не оправдываются. То есть, по большому счету, ваши ожидания были примерно такие. Значит так, слушай меня внимательно. Ты не должен развиваться, и ты не должна развиваться. Мы вот сегодня познакомились, на том уровне развития, которым ты есть, ты должна, сука, остаться такой. Понятно? Разве это возможно? Разве это справедливо? Разве это честно? Нет. Вы должны понимать, что познакомясь сегодня, вступая в отношения сегодня, вы не монополизируете человека. Вы вместе с ним идете, но вы не его собственность. И он не ваша собственность. Вы два независимо развивающихся сознания, которые могут помогать и дополнять друг другу. Но вы должны понимать, что вы независимы. Вы независимы. Вы не имеете на него права. И даже если у вас стоит печать в паспорте, вы все равно на него права никакого не имеете. Вы его не рождали, вы его не воспитывали, вы никто для него. Он независимый человек, имеющий право на свое развитие, имеющий право на свои выборы, имеющий право на свои поступки. Максимум, что вы можете сделать и сказать, мне жаль, я думала, будет немножко по-другому. Мои ожидания не оправдались. А потом задать себе вопросом, а должны ли были оправдаться мои ожидания? А почему он не имеет права на свои выборы и на свои изменения? Имеет. Это независимый от меня человек. Вот это вам поможет, потому что вы пытаетесь влететь в монополию. Сейчас мы об этом будем говорить очень подробно и очень долго. Поэтому первое, что я хочу, чтобы вы запомнили, вы не можете наделять людей правом собственности, как собственности... с вашей стороны, так и, собственно, с другой стороны. Это самое большое унижение с точки зрения мира, ну, с точки зрения, не хочется говорить эзотерическим языком, а ближе к науке, это самое большое унижение для человеческой психики, когда вы пытаетесь вести себя как частной собственности. На самом деле, к вам относятся тогда не больше, чем к мебели дома. А вы мебель, которая его или ее. Разве это справедливо? Это вообще нечестно и вообще несправедливо. И вообще это идет в полное противоречие реальности. Потому что это независимые люди. Вот на этом первом тезисе я бы хотел сделать маленький акцент. Потому что из понимания всего остального вытекает самое-самое главное. Но сейчас мы об этом поговорим. Всем зашло вот этот первый тезис по поводу того, что люди развиваются, и это нормально. Нет, конечно, вы можете как бы выбрать какого-нибудь умственно отсталого, простите, человека, ничего плохого не могу сказать, у которого там травма головного мозга сильная, он лежит на кровати и так далее, будете за ним ухаживать всю жизнь, и это здорово, и это очень клево.
где человек ограничен в подвижности, где человек ограничен в развитии, где человек ограничен физически. Не то, что он глупый, а физически. И тогда, скорее всего, вряд ли что-то изменится. Но если вы два независимых человека, которые взаимодействуют в социуме, в работе, люди будут развиваться. Не понимать этого – абсолютная примитивность. Понимаете? Вот это надо понимать, что, мне кажется, это ненормально. А ненормально что, развиваться? Алён, что вы имеете в виду? Мне кажется, это ненормально. С вашей точки зрения, ненормально развиваться каждый год, каждые 3-5 лет? Я просто привел пример к тому, что как может выглядеть человек, который может не развиваться в каком-то смысле. То есть он должен быть какой-то ограничен. Именно поэтому пример такой привел, понимаете, да? Мы не говорим о психологическом аспекте, как работать с инвалидизированными родственниками или близкими. Это другая совершенно тема. Я привел этот пример, чтобы примерно вам объяснить, как выглядит человек, который может не меняться в этом смысле. Он должен быть ограничен от развития. Понятно, да, что я имею в виду? Он должен быть ограничен от каких-то развития, от передвижения, от чтения, от обучения, от работы. Он должен быть ограничен в этом. Тогда это будет заторможено. Дальше. Из этого тезиса вытекает очень важный следующий момент. Что же такое любовь? Если сейчас... Я понял. Если сейчас вы понимаете, что люди постоянно развиваются, и вы даете право людям и себе развиваться, сразу хочу сделать маленький акцент. То, что вы сегодня узнаете, 98% людей будут для вас казаться странными. Потому что, выйдя с сегодняшнего вебинара, у вас в голове зародится очень важное понимание некоторых вещей, которые будут потом у вас прорастать, даже после вебинара. Вы сегодня так это прогрузитесь этой информацией, это в голову положите и начнете ее думать. И затем это будет так или иначе прорастать и доказываться в ваших реальных жизнях. И все остальные люди будут для вас казаться немножко странными, потому что когда вы увидите подругу, которая бьется головой об стену, Коля был одним единственным. И больше, кроме как Коля, никто больше меня не полюбит. Только Коля. Коля, вернись. Вот когда вы будете все это видеть, вам это будет казаться странным. Вы попытаетесь ей объяснить какие-то вещи, но она вряд ли это поймет. Но сейчас не об этом. Поэтому давайте послушаем внимательно. Если мы исходим из того, что все люди развиваются, и развиваются постоянно, и как мы проверили, что люди 18 лет, 23, 25, это разные люди. Вы в 15, 18, 23, 28, 30, 35, 40, вы разные, черт побери. Вот это надо понять. И засунуть себе в голову. Далее. Так что же такое любовь? Я не буду читать большие сообщения. Так что же такое любовь? Тогда. Ребят, не надо вопросов задавать, у меня лекция идет. Так что же такое любовь по-нашему? Большинство людей путают. 98% людей, таких как вы, путают. Вы путаете. Помните, вы сегодня писали слово «привязанность» и слово «зависимость». Замените слово «привязанность» и слово «зависимость» на слово «потребность». Замените слово «я тебя люблю» на слово «я испытываю потребность в тебе». Вот этот момент, он очень важен. Вся эта история про получать, отдавать, я сейчас объясню это. Замените слово «привязанность», слово «любовь» и слово в вашем смысле «любовь» и слово «зависимость» от потребности. На потребность.
Объясню. 98% людей на самом деле испытывают потребность. Могу рассказать, как эта потребность образуется. Возьмем для примера девушку, а потом парня. На самом деле все достаточно просто, просто люди этого не знают. У ребенка образуется потребность. Когда ребенок рождается, у него есть потребность в еде, в заботе, в безопасности и прочих экзистенциальных нюансах. Если папа и мама ведут себя определенным образом, сейчас не будем детализировать об этом, у ребенка возникает потребность. Если семья неблагополучная, у ребенка возникает потребность. Если папа дистанцированный, если мама у мальчика холодная, дистанцированная, или наоборот очень теплая, или холодная, или теплый папа, дистанцированный папа, семья алкоголизирована, крики, скандалы и так далее, у вас возникает потребность. У вас возникает потребность в заботе, потребность в теплоте, потребность в семье, той, которой у вас не было. У вас возникает потребность это исправить. У вас возникает потребность, чтобы рядом с вами кто-то был. На самом деле, это очень важные фундаментальные психоаналитические аспекты. Вы приобретаете определенную потребность. Вам очень плохо одному. Мы называем это в нашей профессии фрустрацией. Вы не можете находиться в одиночестве из-за этого, потому что вам очень было плохо в детстве в одиночестве, вас не научили играть самостоятельно, и вам очень скучно, и вам тревожно. И вы постоянно нуждались в ком-то, чтобы кто-то с вами был. Потому что мама и папа дистанцированы, вы это закрываете сначала друзьями и так далее и тому подобное. На самом деле вы испытываете потребность в ком-то с детства. Либо в маме, либо в папе, чтобы не чувствовать себя одиноким, чтобы не чувствовать себя базово тревожным. Соответственно, это очень важный момент, потому что человек, испытывающий потребность в ком-то, не может находиться в одиночестве. Он не может находиться наедине с самим собой. Ему страшно. Затем этот ребенок вырастает, и он не занимается собственным развитием. Потому что если бы он занимался собственным развитием, его бы сейчас на этом вебинаре не было, грубо говоря. Эта потребность в ком-то остается. И вот здесь начинается вся путаница. Когда вам оказывают знаки внимания, когда вам оказывают какие-то теплые отношения, вы влетаете в то, что вы от человека получаете потребность. Вы от человека получаете его наличие. Он как бы закрывает вашу потребность. И, естественно, вы начинаете по этой потребности скучать, потому что это очень сильный эффект. Потому что вы не можете быть без этих людей. Вы не можете быть одни. Вы не можете быть независимыми. Вы не самодостаточны. Вы не можете находиться наедине с самим собой. Вам нужен кто-то. Вам нужен кто-то. Либо чтобы вы стали чей-то, либо чтобы у вас кто-то был. Если говорить совсем простецким языком, то это можно описать, знаете, есть такое слово «раба любви». Вот это очень правильно. Вы становитесь рабами, по большому счету. Вы перестаете быть собой в этом смысле. Вы сами, вы настоящий только в одиночестве. Наедине с самим собой, размышляя, планируя, делая, придумывая, действуя. Вот это вы настоящий. Внутри себя вы настоящий. Если вы не можете быть самим собой, вы нуждаетесь постоянно в ком-то. Вы нуждаетесь в том, чтобы вас поддерживали, вы нуждаетесь в том, чтобы вам говорили, как одеться, и что правильно, и что неправильно, и как хорошо, и как не очень. Вы нуждаетесь в этих людях, потому что вы не можете быть самостоятельными. Вы не стоите на ногах, вам нужны постоянные костыли. Отсюда в психиатрии, в психотерапии возникает уровень травматизации. Чем больше человек не может быть самостоятельным, чем больше человек не может опираться на собственные ноги, тем больше ему нужны костыли. И есть люди, которые вообще не способны опираться на собственные ноги. Как правило, это люди выходят очень быстро замуж и очень быстро из родительского дома перетекают в дом мужа. Потому что они не могут опираться на себя.
на родителей уже опираться не получается, или там все очень плохо, надо опереться на кого-то еще, чтобы чувствовать себя защищенной, чтобы чувствовать себя с поддержкой, чтобы опираться на какие-то другие ресурсы, потому что на себя опираться я не могу. Это называется зависимость. А вы это путаете с любовью. Хотя на самом деле это вообще не одно и то же. Так вот, дальше начинается самое страшное. Вы начинаете убеждать себя в том, что вы любите человека. Потому что он закрыл вашу потребность в одиночестве. Поскольку вы не можете опираться на свои ноги, вы не можете опираться на себя, вы не знаете, кто вы начинаете быть зависимыми от этого человека. И вот тут вы начинаете путать. То есть, на самом деле, вы путаете зависимость, она же привязанность, с любовью. И в 95% случаев это так. Именно отсюда будут все ответы про ревность, про измены. Сейчас я об этом буду много говорить, окей? Но вот главный тезис, который я бы хотел, чтобы вы запомнили, что вы путаете вашу потребность из страха одиночества с желанием быть чей-то или кем-то, или управлять кем-то. Есть еще один вариант, когда из детства формируется стратегия, чтобы вы привязывали кого-то. Я хочу, чтобы она была моей. Мне нужно, чтобы она была моей. Она моя. Я нуждаюсь в том, чтобы я управлял ей. Или она говорит, я хочу быть его. Я его. Все, вы попали. И попали по полной программе, потому что это вообще не про любовь. Это про вашу неспособность быть собой. Поэтому вы кайфуете от того, что я его. Потому что вы не можете быть собой. И вы кайфуете от того, что она моя. Потому что вы не можете быть собой. Вам постоянно кто-то нужен рядом. Вот и все ответы в базовой концепции. То есть на самом деле вы перепутали очень важную психологическую подставу. Вы совершенно не понимаете, что вы не можете быть самостоятельным, самодостаточным, развитым человеком, потому что развитый, здоровый человек всегда в гармонии сам с собой наедине. Ему не нужны никакие заплатки и костыли. Он самодостаточный. Он говорит, да, мне хорошо с этой девушкой, мне хорошо с этим парнем. Нам здорово и классно, но я сам по себе независимый и автономный человек. Мы встретились в единицу времени, нам классно и здорово. Но я не его собственность, а он не моя собственность. Нам просто клево. Я люблю его как человека. Это очень важно. Подождите, отвлекайте, хорошо? Потом вопросы. Вот тогда это любовь. Потому что вы не нуждаетесь в нем, как в потребности, а он не нуждается в вас, как в потребности. Это очень редкое явление на этой планете, к сожалению. Как правило, уже чуть-чуть постарше, когда люди становятся. Они не нуждаются в потребности закрывать эту заплатку одиночества. Они просто самодостаточные единицы, которые взаимодействуют вместе. У них могут быть даже дети и семья. Это здорово. Они независимы, они самодостаточны по единице, но вместе им тоже клево, потому что у них общие интересы, общая семья, общие дела. Но они не монополисты, они не привязаны, они не слиты, как сиамские близнецы. Про брак сейчас это отдельная вообще тема. Просто, ребята, вам нассали в уши немножко, и вы немножко неправильно поняли все эти вещи. Я попытаюсь вам это объяснить с точки зрения науки. Ну, с точки зрения психоанализа, во всяком случае, и с точки зрения той реальности, которую я вижу в своем кабинете. Поэтому вот этот понятен момент первый. Вы путаете страх одиночества и привязанность с любовью. Вы назвали любовью совершенно не то. Это ваша главная подстава. А теперь смотрите, как это иногда происходит в реальности. В реальности вы выходите замуж не потому, что вы самостоятельный автономный человек, с которым у вас, и вы познакомились с автономным человеком, где у вас общий бизнес, там общие идеи, вы хотите детишками заниматься, вы автономный, вы вышли замуж, потому что вы нуждаетесь в привязанности, вы нуждаетесь в ком-то, чтобы чувствовать себя а-ля безопасно. Теперь догадываетесь, откуда возникает ревность? Догадываетесь?
Ревность возникает тогда, когда у вас есть мысли или реальности, или угроза, что у вас отбирают ту заплатку, на которую вы опираетесь. Если вы опираетесь на парня или на девушку, которая дает вам повышение самооценки, чувство неодиночества, чувство нужности, чувство, что я что-то делаю, я забочусь о ней, вы не можете жить наедине с самим собой, вам надо просто о ком-то заботиться. Вы никогда об этом не замечали? Я его люблю, я забочусь о нем, я о нем забочусь, я забочусь о нем. Это что, любовь? Это твоя потребность быть привязанной к кому-то. Просто ты это объясняешь, я хочу заботиться. На самом деле это не так. Ты просто не можешь быть один наедине с самим собой. И ты пытаешься вот этой заботой объяснить собственную привязанность. Ровно так же девушка говорит, я не могу без него, мне без него плохо. Конечно, тебе без него плохо. Ты не можешь быть наедине с самой собой. Ты не можешь понимать, кто ты, и что ты хочешь, и что тебе нравится, и что тебе не нравится, и что ты планируешь жить так, так и так. Ты нуждаешься в привязанности, ты нуждаешься быть чей-то. Именно поэтому эти девушки скачут от мужика к мужику. Потому что как только она рассталась, ей быстрее надо кого-то еще найти. Потому что она не может быть собой. Ей нужен кто-то, на кого она может опереться. Это смена костылей. И, как правило, такие девушки побыстрее хотят выйти замуж, чтобы зафиксировать, привязаться и сказать, все, ого, окей, чик-трак, я в домике, все хорошо, угу, нормально. И потом начинается геморрой. Потому что как только вы зафиксировали брак, как только вы связались вот этими семейными узами брачными, вам больше не надо играть в историю про любовь. У вас начинается просто обычная бытовуха, на которую вы начинаете опираться. Вот и все. Потом идет некоторое время, вы понимаете, что по большому счету что-то вы сделали не то, потому что человек, с которым вы вместе находитесь, вы видите, что это обычный человек, даже порой какой-то странный. И вы начинаете понимать, что же произошло. И вы начинаете смотреть на что-то другое, потому что вы независимый, автономный человек, который так и должен был изначально делать. Выбирать, смотреть, интересоваться. И вот тут начинаются внутренние конфликты. Отпустить не могу, потому что я и не испытываю привязанность, но и с ним тоже как-то не очень. Но это тоже другая тема. Давайте вернемся чуть назад. Чуть назад. Вот этот момент всем понятен? Это базовый момент, потому что, не понимая его, мы тему ревности и измен сейчас тоже не прокачаем. Поэтому запомните, что чаще всего вы испытываете потребность быть привязанным или потребность испытывать кого-то к привязанности. То есть, проще говоря, чтобы совсем было понятно, вы либо нуждаетесь в том, чтобы кто-то был с вами, на кого вы оперетесь, либо вы нуждаетесь, чтобы кто-то был вашим, чтобы туда сливать некое понимание, что она моя. Вот это она моя, он мой, я его, я ее. Это не любовь. Это ваши психологические потребности из-за страха и из-за незнания, кто вы на самом деле. Вы никогда не удивлялись, почему успешные, самодостаточные, развитые люди, как правило, счастливы в браке? И, как правило, они очень просто относятся к браку. Они очень свободны, они не деспоты, они не ревнивые, они очень веселые. Они относятся к этому очень просто. Без всяких перекосов, потому что это самодостаточные люди. Дело не в деньгах, а дело в развитии психики, в развитии личности. Они прекрасно знают, что они наедине с самим собой. Если сейчас от них все уедут, и его жена уедет, и найдет какого-нибудь человека, с которым ей будет веселее, интереснее, захочется, он не разрушится. Потому что он на нее не опирался, как на метафору потребности в привязанности. Ровно так же и самодостаточные женщины, которых меньше, к сожалению. Вспомните известных женщин, успешных известных женщин. Они достаточно самодостаточны, и они достаточно развиты наедине с самим собой, чтобы не нуждаться в ком-то. Они развиты в этом смысле. Вот это очень важно понимать.
Конечно, у этих людей могут быть отношения, потому что нет людей, которые не хотят отношений. Всем нам хочется взаимодействовать с какими-то людьми. Всем людям хочется взаимодействовать с мальчиками и девочками и на каком-то этапе остановиться на каком-то человеке и двигаться вместе. Но все это надо делать с позиции самодостаточности психики, самодостаточности личности, иначе вы влетите. И влетите по полной программе. И потом от этого влета вы будете страдать. Вы не сможете это оставить и не сможете это тянуть. Поэтому вот на этом этапе мы сейчас будем строить дальнейшие наши занятия. По поводу продолжать отношения, задай вопрос чуть позже. Это важный вопрос, он у меня тоже в голове где-то отфиксирован, но он чуть-чуть позже будет актуален. Хорошо, Свет, через полтора часика где-то. Вот этот момент с привязанностью и со страхом быть собой, давайте сейчас здесь остановимся. Так почему же люди нуждаются в привязанностях? Что вы спутались с любовью? «Я люблю тебя», — говорит она ему. Перевожу. «Я не могу без тебя, потому что я не могу сама». Это любовь? «Не бросай меня, я не могу сама». Он кричит ей. «Не уходи от меня, я без тебя не смогу». Это любовь? Это ваша психологическая несостоятельность, а не любовь. Теперь момент. Очень важный момент. Почему именно эта девушка и почему именно этот парень так сильно влетают внутрь вашей потребности? Ведь не каждый человек это может. Потому что ответ здесь достаточно прост. Ну, относительно, конечно. Вы привяжетесь и возьмете за костыль только того человека, в ком вы почувствуете выполнение функции ровно в том объеме, которого вы поимели из детства. То есть, если вы с детства нуждаетесь в заботе, в обнимашках, в семье, в какой-то определенного формата, во внимании, в защите и так далее, у вас будет эта потребность. Я сейчас скажу страшные вещи. И практически любой человек, который вам это протранслирует, вы к нему и привяжетесь. А потом через несколько лет увидите, какой он человек. Потому что сначала вы увидите выполнение им вашей функции, на которую вы и поведетесь. А только потом увидите его как человека. И вот тут глаза начинают открываться. Потому что на самом деле вы в человеке видели выполнение функции. Например, функция убежать из семьи своей. Например, функцию в защите, функцию в поддержке. И вы будете несчастны. Потому что вы понимаете, что вы находитесь в западне, которую сами себе учинили. Вы и бросить не сможете, потому что это костыль. Потому что без него будет страшно. Помните вот эту фразу? Я не могу уйти от него, я не могу ее бросить, потому что я не смогу без него. Но и с ним не могу, потому что как человек это полный пинг-нет. Вот вы и в западне. Как человек я понимаю, что это не мое, но без него я тоже не могу. Ладно, чемодан, бывает и хуже. Вот это и есть очень частое явление. И тут, конечно же, и панические атаки возникают у нас. Поняли, да, теперь почему? Это к теме внутренних конфликтов. Уйти не могу, уйти хочу. Не могу, потому что он выполняет функцию определенную, о которой я говорил. Быть с ним не могу, потому что он не тот. Вообще, как человек, это вообще не алло. Ну, практически так.
Да, нести тяжело и бросить жалко. Только бросить, я бы сказал, бросить страшно, потому что без костылей ходить я не умею. А нести тяжело, потому что как человек он не мой. И вот тут начинается вся правда. Теперь поняли, во что чаще всего вы влетели? Вот и все. И чаще всего так и бывает. Поэтому я сейчас обращаюсь к молодым людям и девушкам, которые еще не успели в это влететь. Очень внимательно понимайте, что вами движет, когда вы говорите «я хочу, чтобы она была моей» или «я хочу, чтобы я была его». А без него ты что? Кто ты? Кто ты, когда ты одна? Кто ты, когда ты один? Развивайте себя прежде всего в самодостаточности, кто ты. Если вы будете развивать себя с детства в концепции «я его», если что-то зашатается, а это зашатается, потому что, как вы помните с первого тезиса, люди развиваются, вы охренеете от невроза собственного. И большинство из вас поимело психовегетативное состояние, когда зашаталась та опора, на которую вы возложили функцию или ожидание. Именно этим и объясняются ваши вегетативные эмоции, а потом испуг в виде паники. Ну и пошло-поехало в виде привычки бояться там и так далее, агорафобии. Вот эта правда, которая на самом деле должна проникнуть вам в голову. И вы должны четко для себя понимать, что если вы уже в отношениях, если вы уже в браке, не надо махать шашками и рубить там браки и так далее. Вы должны просто понимать, а какую функцию выполняет мой муж, почему я нуждаюсь в привязанности. И постараться, находясь в браке, развить самодостаточность разными способами. Учебой, курсами, семинарами, институтами, бизнесом, работой. Что хотите, делайте, но развивайте внутреннюю самодостаточность. Читайте, путешествуйте, работайте, учитесь, меняйте коллектив, развивайте внутреннюю самодостаточность. Если мужчина не может быть один и испытывает монопольное желание вас привязать, знаете, что вы увидите в большинстве случаев? Когда он почувствует, что вы развиваете самодостаточность, он скажет: «Ты куда пошла? Ну-ка, 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 назад, ну-ка, иди сюда, куда ты пошла? Учиться пошла? Ты что, хочешь стать самодостаточной и свободной? Нет, ну-ка домой. Ты куда пошла? А это что ты читаешь? Что-то ты какая-то умная стала». Потому что вы тумбочка в этом доме. Вы тумбочка, как мебель. Развивайте себя как личности. Развивайте себя самодостаточностью. И вы не будете нуждаться в привязанностях. Теперь про эго мужское. Вот то, что я сейчас сказал по поводу тумбочки. Мужчина, у которого также большая проблема с самодостаточностью, нуждается в том, чтобы кто-то был его. Поняли это? Это очень важно. Он помещает женщину: «ты моя». И он начинает на нее опираться и чувствует себя кайфово от того, что он тотем поставил домой. Она моя. Какого хрена она твоя, прости? С чего бы это вдруг? Но чаще всего такие девушки говорят: «я его». Это любовь? Это игра? Это игра двух неполноценных людей. Она неполноценна в том, что она не может быть свободной. Он неполноценный в том, что он тоже не может быть свободной. Она нуждается в том, чтобы ее привязали. Он нуждается, чтобы он кого-то привязал. Это одинаковые дырки, просто они закрываются с разных позиций.
с позиции мужского эго и с позиции женской, женского, женской такой несостоятельности в этом смысле. Вот это очень важно. Отсюда вытекает ревность. Ревность – это эмоция не самодостаточного человека. Понятно, да, откуда логика растет? Потому что если девушка и если мужчина внутренне цельный, он знает себя, он может быть наедине с самим собой, он самодостаточен как психический, как сознание цельное, он не будет ревновать. Потому что он не обладает чувством частной собственности к людям. И если даже что-то произойдет, ну, в лучшем случае он разочаруется и скажет: «Мне жаль, что мои ожидания не оправдались, я думаю, будет по-другому, но если ты выбрала, действовать и так сделать, ну, мне жаль, мне неприятно». Никто не говорит, что он будет холодный и черствый. Ему может быть неприятно. Ему может быть обидно не от факта, а, от, например, от обмана. Но это не чувство частной собственности. Ревность – это страх. Прокричать это можно примерно так. Я ревную, потому что я боюсь остаться одной. Или я ревную, потому что ты моя. Это что, любовь? Кто вам сказал такую глупость? Вот здесь открываются многие вещи, что в большинстве случаев, представляете, как мы живем? Вот это ужас, который находится на самом деле в головах наших людей. И естественно, поэтому у меня много работы. Потому что ко мне приходят люди, которые живут вообще не в понятной парадигме на этой планете. Они не самостоятельные, им подарили жизнь, чтобы они прошли от точки рождения к точке рождения для того, чтобы получить опыт, получить знания, сделать какие-то полезные вещи, поизучать, порадоваться, посмотреть эту планету, поразвиваться, где-то рискнуть, где-то что-то попробовать, что-то сделать. Там, родить детей в какой-то момент, дать им образование, что-то придумать в этой мире. Она из этой точки родилась, в эту точку придет. Но вы своими иллюзиями делаете из этого уникального отрезка времени такой геморрой. У меня просто иногда волосы поднимаются, как вы живете. Что это за насилие такое над собой и часто над людьми? Идем дальше по поводу ревности. Будут ли какие-то уточнения по поводу вот этой первой части? Я подытожу. Три тезиса, и мы продолжим дальше. Первый тезис. Люди развиваются, и это нормально. Вспоминаете первую часть. Второй тезис. Вы путаете неспособность быть самостоятельными, вы путаете страх быть одиноким, вы путаете отсутствие полностью самодостаточности с любовью и потребностью в привязанности. И третье, вы ревнуете, потому что это страх, что эта заплатка слетит. Этот костыль отнимут. Вот и все. По этим трем тезисам вопросы или комментарии будут, только коротко. Я смотрю, все замолчали. Вы что там задумались или у вас уже шок? А я предупреждал. А можно покороче? Зачем заводить отношения вообще, если тебе в одиночестве хорошо? Вот давайте тут остановимся. Смотрите, нету ничего плохого в отношениях двух людей. Только тогда, когда эти отношения двух самодостаточных людей для того, чтобы совместно развиваться. Но если эти отношения изначально больны и
покалечены, то либо один человек должен помочь второму человеку встать на ноги и стать самодостаточным, либо это будут больные отношения, где будут ревность, скандалы, ссоры и ужас. Нет ничего плохого в отношениях. Опять же, все зависит от здоровья из этих отношений и от людей, кто в этих отношениях находится. Если два самодостаточных человека в отношениях, им кайфово вместе, что в этого плохого? Если один человек развит, а другой не очень, конечно, тот второй влетит в привязанность. Тогда задача первого – объяснить и научить. Тогда это будет одна из миссий его жизни. Я вижу, что этот человек ко мне привязан, потому что он не может быть самодостаточным и самостоятельным. И моя задача – взрастить этого человека так, чтобы он встал на ноги и стал самодостаточным. Но я при этом не буду иметь никаких на него монопольных прав. Это мой выбор – взращивать этого человека и ему помогать. Это не моя частная собственность. Это просто моя попытка помочь этому человеку в жизни. Понятно? Третий тезис звучит так, что ревность – это страх. Это страх потерять костыль, на который вы опираетесь. Например, девушка ревнует парня, потому что она на него возлагает всю функцию отсутствия своей самодостаточности. И она говорит: ты же мой, я же твоя. Поэтому чем выше травматичность одиночеством, тем выше ревность. Ну, проще говоря, по совсем по-человечески, высокая ревность – это высокая тревога найти собственное одиночество. Так, понятно? С мужской точки зрения, с мужской позиции, чем выше мужская ревность, тем более закомплексованный и несамодостаточный мужчина. Я еще не встречал ни одного развитого и самодостаточного мужчины, который очень жестко ревнует свою женщину. Его психика выглядит примерно так. Ты можешь делать то, что ты считаешь нужным. Ты свободный человек. И если ты сделаешь какие-то вещи, ну, явно какие-то глупости, это твое право. Но это означает, что либо я тебе не нужен, либо ты сама не знаешь, чего ты хочешь. Ну, примерно так. Я уже говорил, Лилия, по поводу того, как стать самодостаточной. Я еще это буду повторять. Если сейчас в отношениях, как быть? Да, я вам рекомендую, вот Олеся, Лиля, запомните одну вещь. Нет ничего плохого в отношениях. И даже если вы уже находитесь в браке, и вы понимаете, что вы в браке, потому что вы не можете быть одинокими, вы не можете быть одни, вы не можете быть самодостаточными. Единственный способ справиться с этой привязанностью и с этой проблемой – это развивать себя. Учеба, курсы, работа, бизнес, семинары, люди вокруг, общество. Если вы закрываетесь дома и если вы ходите как день сурка по одному и тому же маршруту, вы можете забыть про свое развитие. Один философ сказал: изменения в человеческом теле происходят независимо от вас. Клетки делятся, меняются, вы стареете, взрослеете. Но только внутренний рост требует усилий. Поэтому ваша самодостаточность – это усилие над собой. Это учеба, это карьера, это ваши знания, это ваше общество и так далее. Если вы отгородите себя от развития, вы никогда не встанете на ноги. Если самодостаточный человек взращивает несамодостаточного, не является ли это потребностью? Хороший комментарий. Смотри,
Если самодостаточный человек отдает себе отчет в том, что он делает, это не потребность, это его желание. Он говорит этому человеку: «Я хочу помочь тебе. Я вижу, насколько ты привязан. Я вижу, насколько ты не самостоятелен. Я вижу, насколько ты не можешь быть собой. Я хочу помочь тебе встать на ноги. Я хочу помочь тебе быть оторванной от меня. Я хочу помочь тебе, чтобы ты была независимым человеком». И уже выстраивала отношения, как два взросших человека. У них могут быть дети, у них может быть семья, и она будет основана на очень прочном фундаменте двух самодостаточных людей. А если один человек, даже если он самодостаточный, не осознает того, что он нуждается во взращивании кого-то, то из этого тезиса возникает то, что он на самом деле нуждается в потребности кого-то все время взращивать. И это его проблема, потому что не может кого-то не взращивать. Он постоянно нуждается в каком-то взращивании. Только не исходя из осознанного желания, а исходя из бессознательного невротического желания все время что-то делать. Потому что у него возникает обратная реакция, что если я кого-то не взращиваю, если я чего-то не делаю, то я бесполезен и не нужен. Чем желание отличается от потребности? А очень просто, в уровне осознанности. Если человек осознает, что он делает, и осознает причинно-следственную связь, то это желание, это его выбор. Он говорит: да, я хочу помочь этому человеку, потому что это мой прагматический мотив. А вот когда человек не понимает, что он делает, и начинает вот это вот все это действие, то это невротический мотив. У нас есть три мотива: невротический, прагматический и метафизический. Метафизический мотив – это ваши какие-нибудь пожертвования, это ваша благотворительность, потому что вы нуждаетесь просто отдать какую-то часть денег или отдать себя просто потому, что вам кайфово, это ваша какая-то внутренняя такая, ну, духовная часть. Прагматический мотив, когда вы осознаете то, что вы делаете, вы говорите: я сейчас делаю это, потому что я хочу, например, тебе помочь, просто вот, ну, мне хочется тебе помочь. И есть невротический мотив, это бессознательное какое-то действие, непонятно по какому поводу. Вот я сейчас веду вебинар, это прагматический мотив. Это мотив в виде моей работы, это мотив в виду того, что я зарабатываю деньги. И это мотив ввиду того, что я рассказываю полезную информацию, которая, возможно, кому-то поможет. Это прагматика. Это прагматика, ну, отчасти сюда можно взять и метафизику. Ну, я там что-то посылаю во Вселенную, ля-ля, карма очищаю. Но тоже метафизика. В основном это прагматика. Это моя работа, и это мое искреннее желание помочь людям. Все. Невротический мотив. Это бить себя в грудь и доказывать, что мне нужен вебинар, чтобы я должен донести до людей информацию. Вот это уже другая тема. Про мотивы понятно, да? Идем дальше. Вот эта часть ясна. Вот просто я хочу, чтобы вы опирались именно на концепцию и опирались именно на несвободу. О том, что здоровые отношения всегда опираются на два самодостаточных человека. Все остальное – это привязанность. Соответственно, если вы находитесь сегодня в состоянии тоски, меланхолии или депрессии, потому что от вас ушел там парень или девушка, задайте себе вопрос: а я тоскую почему? И вы услышите. Вы тоскуете, потому что убрали какую-то функцию, на которую вы опирались. Вы придумываете себе, что вы тоскуете по человеку. Это ваша иллюзия. А вы тоскуете, потому что что-то вырвали из вашей функции. Вы тоскуете по ощущениям нужности. Вы тоскуете по ощущению, что вы кому-то что-то отдавали. Вы тоскуете по ощущениям, что о вас заботились, что вас обнимали, что вы были нужны. Вы тоскуете поэтому, потому что без этого, черт побери, вы не умеете жить. Вы не умеете жить, чтобы вас не обнимали. Вы не умеете жить, чтобы вы не отдавали. Вы не умеете жить без этих потребностей. Вы не можете быть цельным.
Поэтому вам больно. Не потому, что вы, черт побери, встретили половинку мою во Вселенной, и эта вторая половинка от меня уходит. Нет никаких половинок. Есть ваш кайф в жизни и самодостаточное развитие. И если вы встретили девушку или парня, с которого вам клёво, это здорово. Кайфуйте, радуйтесь, помогайте друг другу, развивайте друг друга. Но не будьте вы привязанными, потому что вы должны сначала себя взрастить. Отсюда вывод. Все клёвые отношения начинаются с вашего внутреннего роста, а не с ваших потребностей. Дальше. Вы задавали вопрос, как справиться в первые дни, если вас бросили или вы расстались. Все идет примерно оттуда же. Когда у вас вырывают потребность, на которую вы опирались, что происходит с головным мозгом? С головным мозгом происходит следующее. У вас вырывают костыль. Например, мужчина, который испытывает потребность в наличии тумбочки дома, говорит примерно следующее. Она моя. Она моя. А кто сейчас будет там? Кто там? Кто это? Он что, лучше меня? На кого ты меня променяла? Он что, лучше меня? Он не лучше меня. Ты меня не ценишь. Ты моя. Она моя. Я же так много для нее делал. Что это за идиотизм такой? Или вторая реактивная реакция. Я не могу без него. Я не умею без него. Только он один-единственный, который... вся моя жизнь посвящена ему. Я столько планировала. Только он. Вот она, ваша реактивная позиция. Потому что на самом деле вы не понимаете, что за этим, за всем стоит просто страх. Она не может быть одна. Она не знает, кто она. Она нуждается в опоре на каких-то мужчин. Поэтому ей больно. И он не может быть один. Он не может понять, что девушки не являются его собственностью. Ему нужны девушки, чтобы сказать: «У меня оно есть». А если у тебя нет, кто я такой, если у меня нет девушки? «У меня сейчас есть, она моя». «Я от тебя ушла». «Как? Как ты от меня уходишь? Я же голый останусь». «Я отдала тебе лучшие годы жизни». «Ну да, это вот туда. А кто тебя просил?» «Я отдала тебе лучшие годы жизни» – это обида на саму себя. Когда девушка говорит: «Я отдала тебе лучшие годы жизни», это обида ей на саму себя. Потому что она говорит: «Я привязала, я нуждалась в привязанности, и я привязалась к тебе. И лучшие годы жизни я была к тебе привязана. А ты взял и изменился. Как ты мог? Скотина такая. Я же не могу быть самостоятельной. Я же не могу быть независимой. Я же не могу опираться на себя. Я себя привязала к тебе лучшие годы жизни, а ты взял и передумал. Ну что ты за урод такой, а?» Это как вообще? Повеселили. Хорошо. Актеры, да. Джонни Депп, мой старший брат. Что еще? Я читаю просто ваш чат. Я понял. Хорошо, идем дальше. Идем дальше. Смотрите. Дальше возникает вот эта ваша реактивная история. Вы начинаете смотреть фотки, нюхать его в рубашку, одевать трусы, нюхать тоже. Здесь возникает вот эта проблема, потому что вы начинаете пытаться вернуть ту привязанность, которая у вас есть, и вы страдаете от этой натянутой ситуации. Конечно, если вы не специалист, вам будет больно и тяжело, и вот поэтому есть такие люди, как я,
которые могут в этом состоянии вернуть человеку некое понимание, что с ним происходит. Что ты страдаешь не потому, что ты потеряла единственного человека на планете. Ты страдаешь, потому что тебя функцию убрали, потому что ты не свободна, потому что ты не можешь быть одна. И задача таких консультантов, как я, вернуть эту девушку или этого парня в состояние реальности, что все хорошо, никаких проблем нет. Ты просто потеряла некую функцию, у тебя есть дырка, потому что ты не самостоятельно. Давай эту историю самостоятельностью нарабатывать, закрывать эту потребность. Давай становиться цельным человеком. Цельным человеком. Тогда ты не будешь больше так страдать. И если кто-то от тебя уйдет, ты скажешь: окей, спасибо тебе большое, было клево. Меня что ждет, еще, меня впереди ждет что-то более интересное. В мире огромное количество людей. И уж точно я кому-то буду интересна. Да, мне с тобой было классно, здорово, спасибо тебе большое. Мы изменились, окей. Это неприятно, но это нормально. Я буду двигаться дальше. Я буду работать, учиться, развиваться. Это нормальная позиция. Это позиция внутренне развитых людей. Биться головой об кафель – это позиция неполноценных людей. Помните вот эту историю про вторые половинки? На самом деле, я думаю, что эта тема пошла достаточно давно. Помните эту сказку про вторые половинки? На самом деле, я думаю, что она имела совершенно другой смысл. Просто когда люди поняли давным-давно этот смысл, они настолько охренели, что сказали: да вы что, люди охренеют от правды, давайте сделаем что-то более красивое. И вам историю про неполноценную психику. Помните эту историю про вторые половинки-то, ребят? Я вторая половинка, найду тебя, мы с тобой вместе. Да? А я думаю, что изначально история заключалась в том, что есть неполноценная психика, которая не может быть свободной. Она неполноценна. Ей тревожно неполноценности, и ей нужен кто-то, кто эту полноценность создаст. Потому что эти два человека изначально не могут быть полноценным. Она не морочит, они просто ее, видимо, немножко переделали, чтобы было покрасивее, послаще. И сделали такую историю, что на самом деле в мире где-то гуляют два травматических человека, у которых должны случиться вот так. На самом деле так и бывает, если честно. Это правда. У нее травма, что она не может быть самостоятельной, и она нуждается в мужчине, потому что ей нужен папа, который будет о ней заботиться, на которого он будет опираться. Ему нужна женщина, которую он привяжет к себе и скажет: ты моя, чтобы мой член и мое эго было ярче. И вот они нашли друг друга. Простите, что это за маразм такой? И вот они начинают совместное творчество. У него наконец-то есть тумбочка дома, которая говорит: ты моя. Угу, я полноценный мужик. Смотрите, какая у меня самка ходит. Она моя. Видели? Она моя. Угу. Я нормальный мужик. Мне же уже 30. Она моя. У меня все хорошо. И она такая: я его. Я не одна. Я вот его, да. Угу. И что в этом клевого-то? Где там любовь? А потом у них начинаются мордобои и скандалы. Я считаю, что изначально люди полноценны в идеале. И когда встречаются два полноценных людей, они, если уж говорить про половинки, они создают некую гармонию вместе. Им кайфово вместе. Видите, как это движется? Им клёво вместе. Но они не являются слитыми сиамскими близнецами. Потому что если у девушки была потребность и у него была потребность, они сливаются как две больные половинки действительно в одну. И потом, когда кто-то взрослеет и кто-то развивается или что-то происходит, вот этот вот отрыв вызывает боль. Вот примерно так. Все истории половинки – это неполноценные люди. Идем дальше. Смотрите. Про верность примерно я понял, я рассказал. Теперь очень важная история, которая касается того, что надо делать, когда это возникает. Что надо делать? Я просто чат вычищаю.
А что надо делать, когда это возникает? Когда ваша подруга или ваш друг расстался с кем-то, и ей плохо или вам плохо, всегда задавайте себе вопрос: что я потеряла? Какая функция потеряна? Это что? Это опора? Это защита? Почему я сейчас страдаю? Или это эго? Если это мужчина, то посмотрите, что это. У мужчины, вот кто смотрит вебинар, да, ребята, у мужчин бывает так. Мужчины обычно страдают, потому что есть два момента. Момент первый – это чисто мужское эго. И она была моя. А кто там сейчас ее, куда? Это же мое. Это первое. То есть это чисто частная собственность. Мужики, ваши девушки никогда не были вашей собственностью. Это твой комплекс сделал ее собственностью. Любая девушка в этом мире независима от тебя. Она не твоя собственность. И даже если ты ей что-то покупаешь, даришь и делаешь, она не твоя собственность. То есть, еще раз. Первое – это чувство частной собственности, и это просто эго. Она моя, куда она ушла? И второе – это более сложная конструкция. Например, у тебя были отношения с матерью. Отношения могли быть двойными. Либо тебе мамы не хватило, и у тебя мама такая холодная, черствая, дистанцированная. И тогда ты нуждаешься в такой а-ля маме, которая будет о тебе заботиться, готовить, говорить тебе: «Сыночек, я тебе попу полежу, ты такой хороший, ты справишься, молодец, сыночек». И ты находишь такую девушку, и ты говоришь: «Сука, я влюбился, ты подумай». На самом деле, у тебя просто была дырка в этой истории, и ты нашел себе несчастную девушку, которая просто вот имеет потребность заботиться, чтобы быть чей-то. И ее забота влетела в твою потребность мамы, которой тебе не хватало. И ты подумал, что ты влюбился. Красавчик. Либо мама у тебя была, наоборот, гиперзаботливая, и ты привык, что тебе постоянно что-то там делают с утра и вечером, ты привык, что о тебе постоянно холят и лелеют, заботятся и так далее, и когда она ушла, это опять же про эго, ты говоришь: «Как это? Моя мама меня больше не любит. Ну как это так? Я же такой хороший сын был. Я же был таким хорошим, а ты взяла и меня бросила. Как я без мамы теперь? Мне нужна любовь, мне нужно, чтобы мне жопу лизали каждое утро. Я без этого не смогу». Какая нахрен любовь? О чем вы вообще? Возьмем теперь девочку. Мальчик бросает девочку, и у нее тоже возникает реактивная эмоциональная реакция. У нее есть отношения с отцом. Опять та же самая история. Если папа холодный и дистанцированный, она нуждается в мужчине, который будет ее оберегать, заботиться, холить, лелеять, помогать и так далее и тому подобное. Если твой парень был наделен вот этой функцией, конечно, тебе больно, потому что все девичьи слезы – это слезы по папе, который бросил. То есть все девочки переживают расставание, как правило, потому что это плачет маленькая девочка, которую бросил папа, потому что ее парень выполнял эту важную функцию. Именно поэтому этой девочке так страшно, больно, обидно и одиноко. Потому что она моментально регрессирует свое детство, где она сидит в этой комнате, папа ей не нужен, или папа нету, она скучает и грустит, или она чувствует вообще себя потерянной в этом смысле. Соответственно, вот этот вот регресс, это и является той самой болью, которая у девочки может возникать. И есть второй момент. Это когда папа, наоборот, был слишком любвеобильный. Папа, наоборот, давал девочке все, что только можно, да, она была любимой там принцессой и так далее и тому подобное. И она привыкла, что к ней относятся определенным образом с изобилием внимания и изобилием любви. Тут ей сказали: «Тебе изобилие внимания, любовь». И она разрыдалась. Она разрыдалась, потому что папа больше не любит ее в таком объеме, в котором она хотела.
Как это так? Мне тут конфеты сували в рот, сували, а тут взяли и вытащили. Я так не хочу, верните мне конфету. Вот примерно так выглядит эта история. Потому что люди не осознают то, что происходит в психологии личности у людей. Что с этим делать и как быть? Если вы в это уже влетели, вот так реактивно заклеить это очень сложно. Хотя у меня были случаи, когда девушки... Ну, нет, если вы со мной не знакомы, то самой до этого дойти или самому до этого дойти будет очень-очень тяжело. Потому что вы будете биться головой об асфальт и сделаете следующее. Вы будете биться головой об асфальт, мучить ваших подруг. Какой он был хороший, какое были отношения. Будете биться головой об асфальт, мучить друзей и подруг. Может быть, будете бухать. Может быть, будете плакать и в депрессии до тех пор, пока на горизонте не появится какая-то еще одно тело, которое возьмет на себя эту функцию. Поэтому очень часто бывает так, что вы переключаетесь на других парней или девушек, когда вы расстались со своими людьми, потому что вы нуждаетесь, как крот слепой, в ком-то. Вы не можете быть самодостаточными. Вы постоянно говорите: «О, оно, иди ко мне, будешь со мной ходить, все, ходи со мной. Я на тебя залезла, все, будь со мной. Мне не важно, кто ты, не важно, помолчи, мне с тобой хорошо, все». Что творится? Понимаете, да? А вот если ты со мной как бы знакома, и ты знаешь эту информацию, тогда, соответственно, тебе придется возвращать тебя постоянно в то, в чем моя несамодостаточность. И если ты это знаешь, пойди в спортзал завтра. Сегодня пробегись, а завтра купи абонемент в спортзал. Поставь себе задачу по каким-то внутренним параметрам своего тела. Пойди на курс английского, займись учебой, поменяй работу, сделай какой-то бизнес-стартап, займись своим развитием, а не плачь и не жри сгущенку дома, черт побери. И еще раз тебе говорю, если тебе плохо от расставания, ты неполноценный. Иди и занимайся своей личностью, чтобы такой херни в твоей жизни больше не было. Потому что если бы ты был и была полноценной, ты бы такой не страдала бы дома. Поэтому идешь, покупаешь абонемент в спортзал, покупаешь абонемент на английский язык, ставишь цели и, черт побери, их достигаешь, чтобы показать всем остальным людям, какая ты самодостаточная и молодец. И больше ты никогда не разрушишься, если ты будешь полноценным человеком. И не будешь больше ни на кого опираться. В данном случае будешь зависимый. Ты хочешь всю жизнь быть зависимой? Ты хочешь всю жизнь зависеть от кого-то или от чего-то? Или ты будешь себя развивать? Если у тебя есть мужчина, который тебе финансирует и помогает, развивай себя, а не просто повисни на нем, как коала на пальме, сося банан. Не надо. Развивать себя – это не сублимирование. Развивать себя – это саморазвитие, чтобы не быть зависимой. Это не сублимирование. Это, объясню, если вы развиваете себя, и вы самодостаточно, то вы никогда больше не разрушитесь, если ваши отношения закончатся. Приведите мне любой пример человека успешного, который... Возьмем недавно выигравшего Дональда Трампа. Это очень развитый, самодостаточный человек. Я читал все его книги, и я помню его слова наизусть во многих аспектах. Если девушка от него уходит, окей. А это его право. Вы должны понимать, дело не в деньгах, а дело в самодостаточности личности. Даже можно быть не миллионером, можно быть обычным студентом, но развитым в самодостаточности психики. И если от него ушла девушка, он скажет: ну, жаль, печально.
Но я нормальный парень. Я клёвый чувак. Я развиваюсь, я делаю это и это. Вот и всё. Вам нужны мальчики и девочки как заплатка к самодостаточности. И когда она вылетает, вы страдаете. Развивайте себя. Это не сублимация. Сублимация, я вам поясню, это история про то, когда вы чувствуете тревогу от того, что вас могут бросить. И вы не занимаетесь саморазвитием, а вы просто куда-то сбрасываете эту тревогу. Просто в какие-то действия. Тогда это сублимация. Но если вы понимаете, что вы боитесь, что вас бросят, потому что вы одна не можете, и вы начинаете выстраивать этот фундамент самодостаточности и уверенности в себе, тогда это не сублимация, это развитие. Понимаете разницу? Тема про 40 кошек и женщин – это разные вещи. Я объясню. Есть женщины, понимаете, тут надо понимать, это очень такая специфическая история, давайте я вам поясню. Это хороший пример, спасибо, Валь. Сейчас я поясню. Смотрите, в чем прикол с 40 кошками. Если женщина имеет непроработанные личные проблемы, где она закрывается от отношений, где она боится отношений, где она испытывает определенные, имеет определенные предвзятые убеждения, у нее просто не выстраивается с мужчинами отношений, и в результате этого она остается одна в результате своего характера, вот эта ирония, вот это высмеивается. А если женщина достаточно развита, достаточно самодостаточна в своей психике, она не будет 40 кошками. Потому что, как правило, у этой женщины есть друзья, есть коллеги, партнеры, есть бойфренд. Сегодня там этот, через там, или много лет один и тот же. Она не является одинокой. Она является самодостаточной единицей, вокруг которой выстраивается та жизнь, которой ей хочется. А вот одинокие женщины с бигуди, с 40 кошками, это не самодостаточная женщина, это иллюзия. Это несчастная женщина, у которой куча страхов, куча предрассудков, которая просто просрала свою жизнь в этом смысле и считает, что ей просто одной хорошо. Это не имеет никакого отношения к развитой психике. Это просто несчастный невротик, который своими страхами, который просто своими какими-то предвзятыми отношениями, который просто своими какими-то убеждениями отфутболила все и сидит одна и убеждает себя в том, что ей прикольно. За этим часто стоит страх. Ну, например, в моей работе часто это выглядит так. Я боюсь открыться мужчинам, потому что если я откроюсь и меня бросят, я этого не выдержу. Потому что либо папа когда-то бросил, либо папы не было, и она понимает, или парень какой-то уже так поступал, и она понимает, что если я пойду на отношения, и он меня бросит, я этого не переживу. И она закрывается психологически. Тем самым объясняя себе, как бы, что ей хорошо одной. Это вообще не про самодостаточную личность. Это все, Валь, про травмированную психику. Понимаешь, о чем я? Понимаешь эту историю? Разницу. Вот не путайте закрытого человека, потому что он боится или он обижен, с развитым самодостаточным человеком. Дайте, пожалуйста, научное определение самодостаточный человек, кроме того, что он здоров. Ну, научное я не знаю, я могу только свое сказать. Для меня самодостаточный человек, если коротко, это человек, который может находиться в гармонии и может испытывать удовольствие
находясь вне отсутствия привязанности к кому-либо или к чему-либо. Идем дальше. Теперь про измены. Потом уточнение зададите, хорошо? Ребят, что, тема вот как бы заходит? Въезжаете в то, что я пытаюсь вот донести до вас именно с точки зрения психологии личности? Как многие перепутали... Полет отличный, прикольно. У меня, кстати, вчера был пилот на консультации. Одни пилоты вокруг. Хорошо. Теперь про измены. Что такое измена? И причины. Это тот материал, который я готовил для Виктории. Но я надеюсь, она не сильно расстроится. Поставьте сейчас, пожалуйста, плюсик, кто вообще сталкивался с изменой. А давайте так, поскольку у нас он полуанонимный чат, сейчас первый вопрос. Кто изменял своим парням, женщинам, мужчинам и так далее? Только честно. Мило сразу. Да? Одни девчонки, смотрите. Да-да. Ни хрена себе. Вот это та правда, которую я от вас и хотел. Девушка, 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 парень, девушка. В основном девушки. А вообще девушки не изменяют. Они у нас все правильные очень. Они у нас все такие прям. Хорошо. А теперь поставьте, пожалуйста, плюсик, кто страдал и сталкивался от того, что он узнал, что ей или ему изменили. Тоже. То есть, смотрите, как интересно. А пишут, кстати, в основном те же люди. Да, что в большинстве случаев и вы, и он изменяли. Вот это правда, от которой мы сейчас будем плясать. Вот вам, опять же, обоснование эмпирическое. Теперь смотрите, что происходит. Поскольку нам нассали в уши в определенный период нашего детства по поводу любви и то, что вы спутали это, вы уже потихонечку пощупали на сегодняшнем семинаре, да? В чем подстава этой истории? Потому что если туда опять вернуться, то подстава заключается в том, что мир на самом деле очень многогранный. Вы человек свободный. Вы заняты собственным развитием на самом деле. Просто в какой-то момент, вообще в идеале, если вот сейчас вы скажете, Лёша, пиши мне идеального человека в идеальном мире, условно говоря, то это выглядит примерно таким образом, как мне кажется. Человек развивается, человек выполняет определенные свои какие-то поступательные движения, он автономен, он независим, он развивается, на каком-то этапе он встречает девушку или мужчину, где они понимают, что им вдвоем здорово, и дальше развиваться совместно им удобно, клево и классно, потому что одному как-то скучновато и не очень, а тут вместе можно сделать какие-то общие интересные вещи. На каком-то этапе они понимают, что давай дадим жизнь там, одному-двум еще человечкам и воспитаем их, и дадим им образование. Это прагматические мотивы, они не связаны с привязанностью, они не связаны с потребностью, они просто естественно вытекают из нормальных отношений. А я, кстати, забыл вам кое-что сказать по поводу того, по поводу отношений. Послушайте сейчас очень внимательно. Есть два момента, которые я хочу вам сказать. Сейчас я кое-что запишу. Скажите мне, пожалуйста, вот как вы думаете, как проверить, кто-то писал, я забыл на этот вопрос ответить, как проверить, ваш человек или не ваш, в кавычках, или насколько вы вообще готовы к совместным каким-то движениям дальше? Как это проверить, как вам кажется? Хорошо, как вы проверяете?
Смотрите, хочу вам кое-что рассказать. Вот если слушают нас молодые мальчики, девочки, ребята, пожалуйста, вот если есть студенты, школьники, совпадение целей, вот это вот школьная тема. Наши цели совпадают. У тебя цели совпадают 17 декабря. 31 у тебя будут другие цели. И она скажет, ты что, долбоёб? Наблюдает. Окей, смотрите. Очень важный момент заключается в том, что большинство людей... Я хочу вам дать такой индикатор сейчас, как прям инструмент. Ну, молчи с ним дальше всю жизнь. Такой индикатор, который для вас будет очень важным. Напишите большими буквами, пожалуйста, индикатор. Это кайф. Очень важный на этой планете индикатор – это удовольствие. Это не из эгоцентризма удовольствие. Можно написать удовольствие. Напишите, пожалуйста, так. Кайф, удовольствие, силы, энергия. Кайф, удовольствие, сила, энергия. Записали? Повторите. Кайф, удовольствие, сила, энергия. Записали? Вот, что бы вы ни делали, ориентируйтесь, пожалуйста, на эти индикаторы. Повторите их. Кайф, удовольствие, сила, энергия. Смотрите, что я хочу вам, какой инструментарий дать. Если вы занимаетесь той работой, с которой вы в душе гармоничны и вам... вы правильно все делаете в унисон своему развитию, тогда вы от работы получаете кайф, удовольствие, силу и энергию. Если вы занимаетесь своим делом, если вы выстраиваете все правильно, у вас кайф, удовольствие, сила и энергия. Ваша работа приносит вам удовольствие. Вы получаете кайф, вы получаете заряд и энергию. Вы утром летите на это. Вы снимаете вебинары, вы снимаете ролики, монтируете их ночами. Вы летаете куда-то. Вы получаете кайф и энергию, потому что вы идете в балансе со своим внутренним «я». Если вы занимаетесь работой, на которой вы идете, как бабка 50-летняя, скукоженная. Вы пустая, вы раздраженная, никакого удовольствия и энергии высасывается в халам. Это прямой указатель на то, что ты живешь через жопу. Ну, в данном случае. Вот кайф, удовольствие, сила и энергии – это индикаторы. У вас есть вебинар на тему выбора работы? Сейчас, подожди, попозже задать вопрос. Ир, про твой оргазм можно писать книги. Кайф, удовольствие, сила и энергия. Значит, давай, Ир, не отвлекай людей со своим оргазмом. Кайф, удовольствие, сила и энергия. Если вы в отношениях, вот это сейчас внимательно, но все-таки про отношения, которые достаточно гармоничны, вы всегда в отношениях немножечко энергичны, вы всегда в повышенном тонусе, вам хочется больше делать, вам хочется больше творить, вам хочется больше двигаться, у вас много энергии. А теперь задайтесь вопросом. Если вы чувствуете, что ваши отношения высасывают у вас силы, не приносят уже удовольствия и являются бременем, значит, что-то пошло не так. Уловили это? Если вы теряете энергию, теряете кайф и удовольствие в работе или в отношениях, значит, что-то пошло не так. Ваша задача очень сильно себя одернуть, сесть и заглянуть внутрь себя. И спросить, что не так?
Почему я теряю энергию? Что она или он делает такого? Или где я себя обманываю? Ну, например, вы можете терять энергию, потому что вы понимаете, что вы не хотите быть с этим парнем. Но вы не можете с ним почему-то расстаться, и это убирает вашу энергию. Это уже не отношение, это бремя. И оно высасывает вас. Поняли? Если вас что-то высасывает, ищите, в чем проблема. И либо работайте над этим, разговаривая со своим партнером, либо принимайте какие-то решения, опять же, обсуждая это. Например, возвращаясь к началу вебинара, а вы повстречались с вашим парнем там 2-3 года, и вы чувствуете, что ваши отношения начинают это уже высасывать вашу энергию, вы их тянете, это бремя, вам не по кайфу. Задайте вопрос, что случилось. Возможно, он и вы изменились. Если он и вы изменились, и вы не попадаете уже в баланс, принимайте решение. Знаете, какая хрень здесь возникает? Мы же 3 года вместе. Мы же 3 года вместе. Что, 3 года зря, что ли, прошли? Черт побери, что ж ты за дура-то такая? За 3 года люди изменились. Это не значит, что эти 3 года были зря. Это был классный опыт, это была классная жизнь, это был классный период. Вы поменялись, что-то пошло не так. Вы не можете это обратно забалансировать. Вы бремя друг для друга. И правильно будет освободить друг друга от этой потери энергии. Либо докручиваете какие-то свои отношения. Но тут еще один возникает важный момент. Вы не умеете разговаривать друг с другом. Вы думаете, что они догадаются. Когда вы чувствуете, что ваши отношения высасывают энергию и становятся бременем, вы не пытаетесь обсуждать те аспекты, которые пошли не так. Возникает еще второй вариант. А вы пытаетесь, а ваш партнер говорит, что? У нас все нормально, ты себе придумываешь. Сказал он, пердя в диван. Откусывая банан. У нас все хорошо, что тебе не нравится? У нас все прекрасно. У нас вообще все великолепно, что тебе не нравится? Я не понимаю. Понимаете, и тогда возникает большая проблема. Потому что если для вас отношения бремя и затраты энергии, а он в изобилии и кайфует, это тоже проблема. И ее надо решать вам. Почему? Потому что вы никакие не половинки не были и не есть. Он кайфует, пердя в диван, ему все хорошо. Но вы же личность независимая. И вы бьетесь, как воробушек в этой клетке, потому что это не ваша тема. Вы свободный человек, который должен развиваться. И если ваш пердящий в диван друг вас не развивает и вам не помогает, ну что-то надо с этим делать, либо принимать как данное. Это все. Дальше хотел вам сказать. По поводу кайфа, силы, энергии понятно, на что ориентироваться? И разговаривать. Кайф, силы, энергии, разговариваете. Кайф, силы, энергии, разговариваете. Например, я по второму образованию персональный тренер. И меня мои инструктора, когда я в 15 лет пришел в спортзал активно, мой первый тренер говорил мне очень важную вещь. В нашем спорте есть такое понятие, как перетренированность. Также в нашем спорте есть понятие правильное питание, правильное восстановление и правильные тренировки. Вот 3 основных таких ключа, да? Это питание, восстановление и тренировки. В восстановление входит сон, режим дня, распорядок, бла-бла-бла. И тренировки – это нагрузка и так далее и тому подобное. Если ты выходишь из спортзала и чувствуешь кайф, силы и энергию, то у тебя все эти 3 ступы правильно просчитаны, и все правильно. У тебя правильное количество нутриентов, правильный режим питания, правильная нагрузка и правильный распорядок и режим дня. Тогда ты от спорта получаешь кайф, силу, энергию. Если ты тащишь свое тело в спортзал,
Если ты после спортзала вымотан, без сил и ползешь, 100% из 100 у тебя где-то ошибка. Либо у тебя ошибка в питании, либо у тебя ошибка в тренировках, либо у тебя ошибка в режиме дня, в восстановлении. Также, и вот это поняли все, также в работе и также в отношениях. Если у вас теряются силы и энергия, где-то есть косяк. Его надо найти. Поняли? Но чаще всего вы знаете, в чем косяк в отношениях. Вы просто тупо созерцаете и думаете, ну, когда-нибудь он встанет с дивана и перестанет пердеть, и он станет Кристианом, сука, Греем. Потом тебе 60, у тебя такой зуб такой выпал, и ты такая, ну да, не стал. Не надо ждать, что кто-то догадается. Открываем рот и разговариваем. Если ваш партнер в конец не понимает, о чем вы говорите, делайте вывод. Вот и все. Чего вы тянете? Чего вы ждете? Что Земля махнет вокруг Солнца еще 15 раз, то бишь 15 лет, и у нее что-то изменится? Партнер, да. Хорошее сравнение. И еще один тезис, который я хочу молодым ребятам сказать, и мы перейдем к изменам. Значит, товарищи школьники, хочу вам сказать очень важный момент. Да и вообще в целом. Когда вы встречаетесь с девушкой или с парнем, и когда вы, поскольку вы не очень развитые люди, вы будете нуждаться в привязанности, либо в тотеме домой. Парень скажет, смотри, какую я тёлку отхватил. Смотри, она моя. Вы обнимете ее и скажете, она моя. Смотри, какая у меня девчонка. Я теперь ее трахаю каждые выходные. У меня вообще все клёво. А вы скажете, он мой, я его, я теперь его. Если вы нуждаетесь в привязанностях, вы будете первый этап отношений чувствовать большую эйфорию. Запомните одну простую штучку, что любой аффект имеет начало, середину и конец. Всегда. Вы покупаете новую машину. О, да. Вы покупаете новую машину, ваш аффект будет на пике. Вы будете мастурбировать в этой машине, но через какое-то время для вас это станет нормой. Запомните одно правило. Любая достигнутая цель теряет свой смысл. Не вам ли это знать? Любой человек, с которым вы начинаете встречаться и вы в эйфории, через какое-то время эмоция спадает. А теперь слушайте меня очень-очень внимательно. Пик этой эмоциональной эйфории длится 3-6 месяцев. Ровно так же, как и пик потери. Ну, при потере близких вы наступаете в наследство полгода, потому что пик этого аффекта длится полгода. После полгода он пик спадает, и вы можете принимать здравое решение. Точно так же, когда вы в отношения вступили, и вы... он моё! 3-6 месяцев длится пик эмоционального аффекта. Вы 100% не можете мыслить адекватно. А теперь, внимание, зерно. Если вы встречаетесь со своим парнем или с девушкой раз в неделю, по выходным, вы не живете вместе, вы просто видитесь, и этот пик эйфории растягивается, и вам кажется, что вам охеренно вместе. Вы делаете вывод, что вы созданы друг для друга. Ну, как глупые люди. И вы делаете два косяка. Вы либо идете в ЗАГС, после которого начинаете жить вместе, либо еще хуже, создаются детки. Потом вы идете в ЗАГС. Запомните одно правило. Вам надо дождаться пика спада эйфории эмоционального состояния. Для этого вам надо тупо вместе пожить полгода. Я вам даю гарантию,
что если вы встречались вместе, вы растягивали пик эйфории, потому что вы не успевали поиметь некоторый спад. И вам кажется, что все клево. Например, вы год встречались с парнем на дистанции, и у вас все хорошо и клево. А потом вы стали вместе жить, и через 3 месяца вы готовы поубивать друг друга со словами «Пошел ты нахер, козел, кто ты такой вообще?» Почему? Ваш пик эйфории может начать естественно спадать и открывать правду только через 3-6 месяцев постоянного системного контакта вместе друг с другом. Поясняю, тупо. Прежде чем делать какие-то выводы о том, кто это и что вы хотите, поживите вместе 1/2. Вот и все. Поживите вместе 1/2. Я вам говорю 100%, если вы меня правильно понимаете, вы меньше, чем за 1/2 сделаете вывод. Вы все поймете. Потому что, когда вы начинаете вместе жить, только тогда ваш мозг перестраивается обратно на нормальный лад. Пик эмоций спадает, и что вы начинаете видеть? Многие называют это бытовухой. Это неправда. Что такое бытовуха? Ребята, бытовуха – это правда. Это та правда, которая кроется за спадшим пиком эмоций. Понятно? Поэтому прежде чем делать выводы о том, кто там суженый, ряженый и так далее, достигните спада этого пика и посмотрите, как вам вообще с этим человеком, а не в пике эмоций. Как вам с ним, как с человеком. Поняли вот этот момент? Потому что там огромное количество молодежи делают ошибку. Они встречались, решили пожениться, стали жить вместе. Через год они в шоке вообще. Такое часто бывает. Еще хуже, когда они встречались, у них появился ребенок, они поженились, они в шоке. Конечно, черт побери, они в шоке, потому что у них не было этого спада. Все решения принимайте на спаде эмоционального пика. Это всем понятно. Иначе вы рискуете попасть по полной программе. Это ясно? Это же секрет касается всего остального. Никогда не принимайте решений на пике эмоциональной эйфории. Например, вас посадили за... Ну, я из своего опыта сейчас скажу. Вы сели за руль нового Mercedes, новой машины. И у вас пик эмоций, вам все кажется идеальным. Вам все кажется таким клевым. Никогда не покупайте в этот момент машину в этой комплектации. Посидите в ней много раз. Привыкните к этой машине. Приехайте еще раз, и еще раз, и еще раз. Возьмите у друга, посидите. Побудьте в этой машине много раз. Для чего? Ваш пик должен спасть. Когда ваш пик эмоций спадет, вы что начнете видеть в этой машине? Вы начнете видеть какие-то недоработки и какие-то ваши пожелания. Что вот здесь все-таки я бы хотел, чтобы было дерево. А вот здесь я бы хотел, чтобы было это. А вот тут вообще-то как бы хотелось, чтобы было это. А это неудобно. И тогда только вы можете прийти к вашему менеджеру и сказать: вы знаете, по комплектации я бы все-таки хотел добавить вот это убрать, вот это все-таки принести, а вот это т-т-т-т. Поняли? Вот это очень важно. Никогда не принимайте решения на пике эмоций, потому что на пике эмоций вы не видите правды. Запомнили? То же самое касается женщин по поводу шопинга. Вы пришли, увидели туфли за 50 тысяч ре. Они такие прекрасные, они такие прекрасные, они такие прекрасные. Кредитку оплатила и гречку с камнями 2 месяца. Прошло 2 месяца, ты смотришь на эти туфли и говоришь, а что у них прекрасного вообще? Не принимайте решения на пике эмоций. А вот если бы вы
смотрели бы на эти туфли чаще и думали бы головой, и пик эмоций бы спал, вы бы сказали: эти туфли красивые, но по большому счету они не нужны мне за 50 тысяч, потому что мне придется есть гречку с камнями 2 месяца, зачем мне это надо? Я лучше возьму за 20, они более практичные и они мне нужны на ту-то вечеринку, на то-то мероприятие. Вы думаете в этот момент головой, а не одним местом. Вообще девушкам свойственно думать одним местом. Не тем, что мужчинам, другим. Мужчины думают одним местом, а женщины немножечко с другой стороны. Часто. Так вот, как раз говоря об этом месте, мы переходим к теме измены. Не люблю уже это слово, я уже вам говорил. Ребят, вообще нравится? Нормально? Что-то вы какой-то лайфхак записываете, какие-то тезисы? Пишется вам? Ну, нормалек? Гуд? Good. Теперь по поводу измен. Не люблю слово измена, потому что, как вы уже понимаете, каждый человек уникальный и каждый человек индивидуальный, поэтому изначально тема измен, она, ну, мягко говоря, далека от реальности. В реальности же измен не существует. В реальности существует выбор людей. Поняли, да? В реальности не существует никаких измен и предательств. В реальности существует только выбор людей. В реальности существуют только определенные поступки, которых вы ожидали или не ожидали, к которым вы относитесь как к допустимым и как к недопустимым. Вот и все. Теперь по поводу самого секса и причин. Тут сейчас, конечно, пацанам достанется. Значит, патоэтиология женской измены. Суть заключается в том, что женщина – такое интересное существо, и в нем надо очень хорошо разбираться, мужчинам. Большинство мужчин не считает нужным этого делать. Я попытаюсь вам сейчас помочь. Девушка – биологическое существо, которое нуждается в заботе, независимо от его детства. Если уж детство было отягощенным, то уж тем более, да? Женщина нуждается в заботе. Женщина нуждается во внимании, любая. Даже самая независимая и самая самодостаточная. Женщина нуждается во внимании, женщина нуждается в заботе, женщина нуждается в том, чтобы с ней говорили. Она нуждается в эмоциях. Есть 2 основные причины женских измен и флиртов. Первая причина женских измен и флиртов – это потому, что ваш мужчина – перестал обращать на вас эмоциональное внимание. Он перестал высказывать вам заботу, он перестал проявлять эмоции, он перестал быть внимательным, он перестал интересоваться, он перестал вас эмоционально как-то дергать. В хорошем смысле. Проще говоря, ваш мужчина не дает вам внимания, не дает вам эмоций. И вы точно захотите это внимание на стороне. Здесь возникает следующий очень важный тезис. Слушайте внимательно. В 80-х, 70-х годах, когда воспитывали наших родителей, которые рассказывали вам, что измена – это плохо, это ужасно и постыдно, не было социальных сетей. И все убеждения, которые вы себе в голову забили, это убеждения людей, которые выросли не в социальных сетях. Это всем понятно? Когда вам забивали в голову убеждения, эти люди видели только тот двор, в котором они живут, и тех людей, которые проходят вокруг них. Сегодняшняя реальность такова, что сидя дома в компьютере, вы можете увидеть огромное количество людей и вступить с ними в коммуникацию. Это в корне меняет ту парадигму мира, которую вам объясняли. Это, надеюсь, всем понятно? Отторгать это и пытаться насадить свои старые убеждения на реальность очень-очень смешно. Объясню почему. Если раньше мужчина
не давал женщине внимания и заботы, и она нуждалась во внимании и в заботе, как правило, ей было сложно переключиться на кого-то. Для этого надо было куда-то пойти, рисковать и так далее. Сегодня ей достаточно нажать пару кнопок. Пару кнопок, и она будет в этом внимании, в этой заботе. Viber, WhatsApp, Telegram, все что угодно. Skype. За считанные минуты она может получить внимание и заботу из социальных сетей, а потом перейти уже в реальность. Это, надеюсь, все понимают. Поэтому, мужчины, если вы не хотите, чтобы ваша девушка испытывала потребность во флирте, потребность в каких-то эмоциях на стороне, девушки притихли, я смотрю, да? Каких-то эмоциях на стороне, расставьте здесь очень важный для себя приоритет. Если вы будете не уделять своей девушке внимания и будете оттормаживаться, она 100% захочет эмоций где-то на стороне. Вторая, очень важный, второй аспект. Если вы перестанете радовать ее сексуально, если вы не будете в сексуальную жизнь приносить каких-то для нее интересных эмоциональных новинок, если вы будете отлынивать от этой сексуальной истории для своей женщины, она будет чувствовать себя сексуально голодной, скажем так. И вы сами своими руками создали этот прецедент. Это ваши мужики вина и ваша ответственность. Если ты перестал уделять своей девушке внимание, и ты ее еще и не трахаешь нормально, 100% я тебе даю, что она либо будет об этом думать, либо уже будет это делать, так или иначе. Либо это начнется просто с флирта, где она пытается получить эмоции и внимание. Если ты недостаточно еще в сексе ей, она довольна, у нее, слушай внимательно, у нее возникнет в голове такая парадигма. Если он не дает мне внимания, не дает мне заботы, еще и трахать нормально не может, чем я рискую? Чем я рискую? И у нее ее потребность может взять верх, потому что это твой косяк и твоя недоработка. Она пойдет к какому-то другому мужчине за вниманием и за сексом. И это ты создал. А потом ты ее обвинишь в измене и скажешь: «Ах, ты скотина неверная, как ты могла?» Так ты сам это сделал. Ты сам создал почву для того, чтобы она чувствовала себя так. Вот и все. Поэтому, если вы не хотите флирта и измен, очень важно уделить своей девушке правильный объем внимания и правильного объема секса. И теперь дальше. Если у тебя в отношениях нормальный и правильный объем внимания и эмоционального вовлеченности в нее, все в порядке с половой жизнью и все в порядке с разнообразием в этом смысле, и она все-таки пошла налево, то она просто глупая и не боится тебя потерять. Если она просто глупая и не боится тебя потерять, вопрос: нужна ли тебе такая девушка? Это понятно? Вот эта часть понятна, мотивацию девушек. Еще раз, три мотивации. Отсутствие внимания и эмоций, отсутствие сексуального удовлетворения и просто она глупая, потому что она не боится потерять. Ну, в смысле, она просто не видит смысла, что я такого, потеряю. Все. Теперь по поводу парней. Почему изменяют парни? Здесь теперь по девушкам можно пройтись. Суть заключается в том, что любая девушка должна понять, что мужчина – это биологическое существо, которое по-любому будет смотреть на окружающих его женщин. Но не факт,
что он вступит с ними в половую связь. Чтобы мужчина вступил в половую связь или в эмоциональную связь с какими-то другими девушками, нужно, чтобы были определенные факторы. Итак, фактор первый. Ты не являешься для него, например, если вы живете вместе, психологической отдушиной и опорой. Ну, например, муж приходит домой, и вместо того, чтобы жена его поддержала, где-то промолчала, где-то, проще говоря, она начинает его пилить. Она начинает вносить ему мозг. И очень часто мужчины, когда идут к проституткам, знаете, что они говорят проститутке? Он мне говорит о том, что я не выношу его мозг. Он со мной, потому что ему со мной хорошо. Потому что его жена только и делает, что это не так, это не то, это не этак, это не так, это вот так надо, это сколько можно. Он морально от тебя устал. И он пойдет к другой девушке, которая не будет высасывать ему мозг, а которая будет высасывать что-то другое, помимо мозга. Это первый фактор, очень важный. Второй фактор – это именно сексуальный аспект. То же самое, что и с женской стороной. Если женщина не испытывает желания развиваться в сексуальном каком-то аспекте, если ей не нужно, если ей скучно, если, проще говоря, секс его с тобой не удовлетворяет, по каким-то критериям, это тоже фактор пойти и получить это на стороне. И это, опять же, ответственность, которая образуется в реальности в вашей семье. Поэтому, но, что бы я вам хотел сказать здесь вот для всех, и для мужчин, и для женщин. Каждый человек имеет право на свои влечения и имеет право на свои выборы. Единственное, что вы можете сделать, это понять следующее. Если вы узнали о том, что парень вступил в половую связь с кем-то, или девушка вступила еще с кем-то, не надо орать со словами «ты дура» или «ты мне изменил, скотина». Задайте один простой, но важный вопрос. А для чего и что тебя сподвигло к этому? Какая причина? И вот если вы добьетесь правды, вот здесь будет очень важно. Если причина вступить в половую связь с этим мужчиной или с этой женщиной, ты мне не уделяешь внимания, ты вообще ко мне холоден, ты такой, ты сякой, а он теплый, он такой и так далее. То есть слушайте внимательно ответ. В 100% это ваша недоработка. Если не говорить о том, что вы вообще изначально базово могли ошибиться. Помните начало вебинара? Вы могли измениться. У нее могли измениться вкусы. И ей уже не хочется с тобой быть в половых отношениях. Ей хочется что-то другого. Ему не хочется быть с тобой в половых отношениях. Ему хочется что-то другое. Я сейчас скажу страшные вещи, но это нормально. Не понимать это и считать, что это ненормально, на мой взгляд, это самообман. Единственное «но», что вы можете здесь противопоставить, это то, на каком уровне личностного развития находятся оба человека. И если эти люди находятся на достаточно развитом этапе внутреннего роста, и они ценят вас как личность, а не как, простите, половой орган, они не будут вступать ни с кем в половую связь, дабы не потерять вас. Если эти люди решили вступить в половую связь, потому что по тем или иным причинам, значит, либо этому человеку что-то не нравится в отношениях, либо он просто хочет жить по-другому. Вот и все. Вот это важно.
Базовые потребности мужчины, ну, это эмоциональное, неправильное отношение жены. То есть он приходит домой, и вы выносите ему мозг. Вместо понимания, вместо поддержки вы ему долбите голову. И он идет, как правило, налево, чтобы он, приходя к этой девушке, отдыхал, а не чтобы ему выносили мозг. Второй момент – это половая его лично неудовлетворенность. И третий момент – он просто поменялся. Он просто встретил кого-то еще. Поднимите сейчас руку, точнее, поставьте плюсики. Только честно, кто в своих отношениях был уверен вначале, что это единственный человек, который ему нужен, а через какое-то время понимал, что есть еще человек, который, в принципе, кажется гораздо интереснее. Знаете, почему вы отвечаете так? Потому что вы меняетесь. Посмотрите статистику. Это правда. Когда вы начнете смотреть правде в глаза? Это правда. Теперь представляете, в какой парадигме вы живете? Представляете, насколько у большинства людей есть отрыв от реальности? У меня вообще иногда есть впечатление, что они живут вообще на какой-то другой планете. И когда они сталкиваются с этой реальностью, они выходят в невроз. Потому что для них реальность вообще другая. Тут надо оговориться. Это не значит, что вы сейчас должны пойти и начать трахаться налево-направо со словами «я имею на это право, я свободная». Да, это правда. Вы имеете на это право и свободная. Но вы всегда должны нести ответственность за свой выбор. И прежде чем начать быть вот такой свободный, вы должны быть целостной личностью. Потому что если вы принимаете решение быть свободной, вы можете это сделать только тогда, когда вы можете быть одни. Поняли почему? Потому что если вы способны выносить одиночество, тогда вы настоящий и вы свободный. Тогда вы не нуждаетесь в привязанностях, вы не нуждаетесь в каких-то спекуляциях. И вы не реагируете остро на какие-то события или действия какого-то человека. Поэтому все измены – это на самом деле естественное биологическое и психологическое движение людей в отношении своей жизни. Потому что чаще всего вы вступили в отношения в каком-то периоде, который уже закончился. Люди растут дальше, люди развиваются дальше. Они понимают, что это все не то, и они хотят идти дальше. Поэтому измена – это такая заувольвированная жизнь дальше. При натянутой шубе неких правильных отношений. То есть я как бы в отношения вступила 10 лет назад, это как бы нормально, но параллельно я буду жить такой жизнью, которую я хочу. Понимаете, какой самообман? Ужас. Вот реально. Люди обманывают себя постоянно. Люди пытаются натягивать какие-то убеждения постоянно. Хотя на самом деле правда, они просто боятся эту правду увидеть. Просто бояться. Самообман заключается в том, что измена – это потребность, в которой вы нуждаетесь. Только не факт измены, а факт половых отношений, факт общения, факт интереса. Это вы настоящий, черт побери. Вы настоящий такой, потому что вы нуждаетесь в во внимании в этом смысле, вы нуждаетесь в развитии, вы нуждаетесь в каком-то новом сексе или в каком-то еще в чем-то. Вы в этом нуждаетесь, вы такой человек. Если на этом этапе жизни вы нуждаетесь в таком сексе, значит это так. Может быть пройдет 3-4 года, это не так. Вот я сейчас проиллюстрирую свою мысль. Девочки, у меня к вам вопрос только по чесноку. В возрасте 18-23 года
Вот вспомните, возраст ваш 18-23. Вспомните вашу потребность в сексе и ваш интерес разными мужчинами. А потом вспомните себя 25-35, там, но чуть позже. Меняется ли в сексуальный интерес и потребность с возрастом? Да или нет? Вспомните себя... Вот. В основном, да. У Ирины не меняется никогда, это мы знаем. У нее как было 18, так и осталось. Мы в курсе. Супер. Единогласно, да, кроме Ирины? Девочки, запомните. Вас 18-23, сексуальная потребность будет меняться, и она очень разнообразна. Это нормально, черт побери. Это нормально. А потом с возрастом это начнет потихонечку меняться не потому, что вы как бы натрахались, а потому что вы головой придете к определенным другим внутренним моментам. И вот тогда можно уже сказать, что вы потихонечку становитесь целостным человеком. Поэтому лично я считаю, что очень важен опыт и грамотные выводы из тех лет, которые вы проживаете. К 30 лет усиливается желание, Анечка, у тех девушек, которые все эти годы жили не своей жизнью. Потому что в некой а-ля правильной концепции вы до 30 лет как раз проживаете тот опыт и ту жизнь, которую вам нужно прожить, чтобы поиметь вот именно эти выводы и именно этот опыт. И где-то к 30 годам, как правило, если вы научаетесь быть собой, если вы честны с собой, да, я такая, да, я такой, мне это нужно. Это правда, это честно. Так вот, про измены кто-то задавал там дополнительный вопрос. Измена – это ваша потребность быть собой под прикрытием правильной жизни. Можно даже это определение зафигачить в Инстаграм. Конечно, это данность. Да вы себя обманываете все, черт побери. Давайте зафиксируем, потом в Инстаграме напишем. Измена. Только бы повторить теперь. Измена – это... Как я там сказал-то? Измена – это ваша настоящая потребность быть собой под прикрытием правильной жизни. Да. Но у меня просто нет конспектов, я могу что-то перефразировать. Измена – это потребность быть собой под прикрытием правильной жизни. Вот вы захотели этого, вы такая. Если вы захотели, чтобы вас трахнуло два негра и туда параллельно, вы такая, черт побери. Сколько можно себя обманывать? А вот чувство вины... Вика среагировала, я понял. А вот чувство вины перед партнером... Это уже история совершенно другая. Потому что если ваш партнер и вы целостные люди, то вы всегда это будете обсуждать. Знаете, что больше всего обижает и разочаровывает развитых людей в отношениях? Это когда вы обманываете, в частности, не говорите об этом. Вы не говорите, что, знаешь, дорогой, я хочу, чтобы меня трахнуло два темнокожих парня одновременно. У меня есть такая потребность. Если ваш парень развит, он скажет, прикольная у тебя потребность. Слушай, а мне хочется вот трех блондинок. Как мы будем с этим поступать? Ты скажешь, ну, не знаю, ты что думаешь. И вы будете как-то решать этот вопрос. Но никогда не обманывайте, потому что если вы это сделаете, ему не сказав, вот тут вы будете неправы. А если вы придете и скажете, слушай, у меня есть такая потребность. А у тебя какая? Он говорит, ну, у меня есть потребность там Люську из соседнего подъезда отжарить. Как мы будем с этим поступать? Ну, давай договоримся, что... И тут начинается
решение этого вопроса, исходя из внутреннего развития каждой пары. Кто-то скажет, давай Люську двою. Кто-то скажет, нет, давай не будем. А кто-то скажет, давай по-другому. А давай троем, а давай четвером. По-разному. А кто-то скажет, нет, нафиг нам это надо. Поговорили, обсудили и сможем с этим жить, и не это делать не будем. Окей? Окей. Но если вы это будете делать за спиной, не говоря об этом, вот это прощать очень сложно бывает в этом смысле. Будьте всегда искренни в ваших потребностях и со своим партнером. Поделитесь своими желаниями. Если ваш партнер скажет, ах, ты хочешь двух темнокожих парней одновременно, ах, ты такая-то, такая-то, иди отсюда, значит, он не может, значит, он не находится на том понимании развития, что вы автономная личность, и вы можете хотеть каких-то вещей. Просто вопрос в том, что хотеть и делать – это не одно и то же. Если вы понимаете, что у вас, простите, клапан кипит, и вам хочется Василия Петровича, но почему бы об этом не сказать? Скажи, слушай, Гоша, ну клапан кипит уже, давай что-то придумаем. Так гораздо лучше и гораздо более корректней, нежели делать что-то за спиной. Но вы должны понимать, что парень, который поймет ваши потребности, ну, скорее всего, это единичные экземпляры. В основном мужские экземпляры будут считать, что хотите вы должны только его. Поэтому вы находитесь в трудной ситуации. Знаете, в какой? Вы находитесь в ситуации, где вы боитесь быть собой, и одновременно вы находитесь в ситуации, где вы как бы понимаете, что ваш партнер явно не одупляет, что вы хотите, и он не поймет, что вы как бы имеете возможность хотеть этого. Поэтому вы как бы постоянно во внутреннем конфликте находитесь. Ну, чей парень поймет ваши потребности сексуальные? Или чья женщина поймет ваши потребности? Такое бывает. Знаете, самое что интересное? У кого были такие случаи? Муж не уделял внимания, с сексом было все плохо, она пошла трахнулась с каким-нибудь соседом, рассказала ему, значит, он пошел тоже куда-то, он рассказал ей, оба пошли налево, но потом они все равно вместе. Соответственно, потому что сам факт секса и потребностей – это вообще не про любовь и вообще не про отношения. Отношения – это честность и открытость друг с другом. Вот что такое отношение. А не сувать член или не сувать – это вообще разные вещи. Поэтому запомните, пожалуйста, секс и любовь – это вообще не одно и то же. А вот секс в отношениях – это обсуждаемые вещи. Вы поймите одну вещь, что секс делится на две основные психологические позиции. Это исключительно продолжение рода и это веселое времяпрепровождение, как бы там ни было. Если мы отметаем продолжение рода, то у нас остается веселое времяпрепровождение. А все остальное – либо ваше эго и частная собственность, либо ваши убеждения, либо ваше внутреннее самолюбие, либо ваша неразвитость. Потому что развитые люди понимают потребности двух людей, и они их обсуждают. Это не значит, что вы пойдете трахаться налево-направо. Это значит, что вы это будете обсуждать. Но я чувствую, что вам это тяжело тоже заходит, потому что у вас сейчас парадигма вообще разорвется. Для вас же секс – это вот член создан для меня. Да? Сложновато? Мужикам, конечно, нормально. Потому что, Никита, любой человек нуждается в социуме.
Любой человек нуждается в социуме. Любой человек нуждается в общении. Объясню почему. Потому что через социум и через общение человек развивается. Поэтому любому самодостаточному человеку нужно общение, нужны учеба, нужны наставники, нужна смена коллектива. Это нормально. Поэтому потребность в общении, потребность в взаимодействии людей – это нормально, это здорово. Вот примерно это те основные тезисы, которые я хотел вам сегодня осветить. Сложно? Теперь как с этим неврозы, собственно говоря, коррелируют. Я думаю, теперь всем понятно, да, по поводу неврозов-то? А вот здесь, Мария, по поводу общества, вы абсолютно правы. Потому что вот та история про то, что я сегодня вам рассказывал, она абсолютно... Ну, давайте по-другому я скажу. Что вы живете в обществе, в котором парадигма любви, привязанности, секса и измен, она настолько архаично укоренившаяся, что вы скорее будете белой вороной. Понятно? Потому что в большинстве случаев люди будут думать совершенно по-другому. А они будут совершенно по-иначе функционировать. И, конечно, понимая правду, конечно, нам тяжеловато. Потому что вы будете сталкиваться с предвзятостью, вы будете сталкиваться с чувством эго, вы будете сталкиваться с желанием быть привязанным, вы будете сталкиваться с привязанностью, вы будете сталкиваться с ревностью из-за этих всех подводных историй. Но по поводу вот измен, давайте еще раз. Первое. Будьте всегда со своим партнером открыты и честны. Лучше сказать и обсудить. Понимаете, на мой личный взгляд, если вы скажете и обсудите, это выведет ваши отношения на новый уровень доверия. Если вы скроете, это всегда вас будет догонять сзади. Если вы скажете и будете искренними и в своих потребностях, и ваш партнер скажет: «Ах ты шлюха, пошла отсюда!» Зачем вам такой человек рядом, который не может с вами адекватно понимать ваши внутренние потребности? Вы же автономный человек, вы не его. Но вы не его. Вы говорите: «Друг мой, я очень хорошо к тебе отношусь. Я хочу рассказать тебе, что происходит внутри меня». «Ах ты шлюха!» Что это такое? Это как вообще? Но если человек находится на таком деградантном уровне развития, зачем вам этот человек? Развитый человек скажет примерно так: «Я тебя понял, я тебя услышал, давай подумаем, как нам лучше поступить. Как ты сама думаешь?» И вы будете это обсуждать. Многие женщины на самом деле знают, о чем я говорю. Давайте проведем эксперимент. Девушки, поставьте плюсик, только честно. Поставьте плюсик те, кто сможет понять, что мужчина занялся сексом с другой девушкой, и вы останетесь с ним при... Подожди, Ира. Сможете понять, что мужчина занялся сексом с другой девушкой, и останетесь с ним, если понимаете, что ваши отношения как двух личностей базируются совершенно на других моментах. Ну, проще говоря, он на самом деле дает вам гораздо больше комфорта, больше аспектов по жизни, и вы готовы простить и готовы понять некую его физиологическую потребность. Вот теперь можно поставить плюсик или минус. Мало. Да? Или я просто... Ну, колеблетесь, да? Я вижу, что колеблетесь. Потому что для вас монополия
это та парадигма, в которой вы живете, потому что это и есть духовный рост, внутренний рост и так далее. Пик развития заключается в том, где вы к сексу вообще будете относиться по-другому. Возможно, вам будет уже и не нужен в какой-то момент. Но это чуть-чуть попозже. Это когда нам будет, скажем так, уже за 50. Если мы говорим про развитие. Поэтому это не значит, что надо ходить налево и направо долбиться. Да? Нужно ли объяснять своим детям всю эту правду о любви, что вокруг... Ты знаешь, здесь... двоякая сторона. С одной стороны, хочется детям рассказать красивые сказки про аистов, про вторые половинки, про принцессов и принцев. С другой стороны, мы понимаем, что если мы переборщим, рассказывая детям про эти иллюзии, то они будут обречены на разочарование, как и вы. Согласны? Поэтому правда заключается в том, что... Правда заключается в том, сейчас я отдалюсь от вопроса, в том, что мы должны научиться понимать, что планета живет реальностью, нету будущего. Правда заключается в том, что каждый человек свободен. Он свободен. Свободен в своих выборах, свободен в своих поступках. Правда заключается в том, что вы путаете привязанность и желание быть привязанными с эмоцией, с любовью. Вы называете любовью совершенно не то. Потому что любовь – это чувство полноценного человека ко всему, что его окружает. Любовь многогранна. Любовь – это не чувство привязанности. Это просто чувство созидания, сострадания, где вы испытываете прагматический и метафизический мотив, чтобы помочь человеку. Вы когда даете милостыню бабушке или помогаете детскому дому, вы это делаете из любви, из сострадания. Это и есть любовь. Вы выкидываете мусор в урну, которая лежит мимо, это и есть любовь. Вы несете котенка домой, кормите его и иногда оставляете у себя, это и есть любовь. Это очень важно. Любовь к родине, любовь к отечеству подразумевает жертвенность в этом смысле, конечно. Любовь очень многогранна. Но вы в большинстве случаев путаете просто психологическую потребность в привязанности к человеку. И это безусловная любовь. Это оттуда, верно? Но безусловная любовь – это термин воспитания детей. А я говорю сейчас про уже взрослого человека. Любовь – это не то, чтобы отдавать, потому что когда ты можешь быть привязана к парню, ты можешь маскировать свою привязанность под потребность отдавать, понимаешь? И ты говоришь, я люблю тебя, потому что я тебе отдаю. На самом деле ты под отдаванием можешь... скрывать свою потребность. И ты будешь отдавать всем, чтобы быть привязанной. А прагматическое отдавание – это вообще не про привязанность. Ты просто что-то дала, чем-то помогла и забыла про этого человека. И живешь своей жизнью. А когда ты каждое утро что-то отдаешь, ну, если это дети, то это любовь, конечно, это забота. Но мы, если говорим про невротическую историю «отдавать всем», то это невротический комплекс «посмотрите, как я нужна этому миру», потому что мое детство было таким, что я нахер никому была не нужна в детстве, поэтому теперь я буду всему миру отдавать, чтобы быть значимой. Уловили? Какие тонкие штуки у нас есть? Ставит ли это в какой-то степени в зависимость? Ты знаешь, нет, Никита, не ставит.
Если женщине необходимо дать достаточно внимания, заботы и секса. Если мужчина самодостаточен, это не значит, что он эгоист. Не путайте самодостаточность с эгоизмом. Если самодостаточный мужчина развит, он прекрасно понимает, что женщине, девушке, которая с ним, которую он испытывает искренние чувства и отношения, он будет о ней заботиться и будет заниматься с ней сексом с искренним желанием доставить ей удовольствие. Он будет понимать, что ему хочется доставить ей удовольствие, потому что это клево, а не потому что это потребность или обязанность. Понимаете? Опять же, кайф, энергия и так далее. Вот этот момент, он очень важен. Человек говорит, что я душу его своей любовью. Да, безусловно, потому что ты душишь его не любовью, ты душишь его претензией, ты душишь его привязанностью, ты душишь его контролем. И это вообще не про любовь. Вычеркни слово «любовь», тут я ее не вижу. Ты душишь человека собой, своим вниманием, своим чувством ревности. Ты вклиниваешься в его рамки, ты вклиниваешься в его жизнь. Вот что он тебе говорит. Он тебе говорит примерно следующее. «Я свободный, не лезь в меня!» Вот что он кричит. Понимаешь? А вы начинаете насиловать друг друга. Ребятки, какая тема сегодня больше вам понравилась, что приглянулось? Спасибо большое. Копию вебинара можно заказать на сайте, и она стоит 1500. Пожалуйста, welcome. Прямо сейчас можно заказывать. Рекомендую, кстати, вам заказать блок вебинаров. Если вы купите с сегодняшнего дня блок вебинаров, там, где их 7, и эта копия туда войдет. Там и стрессоустойчивость, и когнитивка, и практика ведения таблиц, дневников. И этот вебинар будет 8-й. Поэтому, если вы хотите копию этого вебинара, вы подумайте, а может быть, вам стоит блок взять, где все 8 вебинаров будет. Либо эту копию отдельно, либо блоком, пожалуйста. Так вот, про детей, чтобы они не боялись одиночества. Смотрите, и мы заканчиваем на эту тему. Когда вы будете воспитывать детишек, чтобы не совершить такую ошибку, которую совершили подставу с нами, рассказывайте им все-таки про принцесс, как мне кажется, и про принцев. Это все-таки клево и интересно. Но старайтесь пестовать в ребенке любовь к развитию. Любовь к тому, чтобы не говорить, что девочка должна вырасти и выйти замуж за принца. Девочка должна вырасти и заниматься собственным развитием. И потом уже будет принц и детишки. То есть в воспитании детей, как правило, пролетает история саморазвития принцессы. Я не говорю, что принцесса должна знать английский, принцесса может развиваться, и принцесса может быть и без принца какое-то время. Принцесса вообще-то кайфует сама от себя. И в какой-то момент она начинает понимать, что ей хочется продолжить свою жизнь с интересным человеком. То есть, проще говоря, надо воспитывать в детях сначала позицию встать на ноги. Вот тогда будет гораздо им проще. Потому что если девочка, не вставшая психологически на ноги, влетит в какого-нибудь мальчика, на которого она обопрется, а этот мальчик потом передумает и уйдет, она может лететь в реактивную депрессию. Как планировать, если будущего нет в правильном понимании? Пожелание. Я бы планировал, я бы хотел, было бы неплохо. Я постараюсь сделать так. Ты, когда планируешь, ты выражаешь ожидания, ты выражаешь пожелание, я бы хотел, было бы неплохо, было бы здорово, но ты в голове держишь, что все может поменяться. Форс-мажоры, обстоятельства непреодолимой силы и так далее.
Это говорит о том, что нет понятия подходящим человеком. Есть просто человек, который оставил в твоих отношениях приятные воспоминания. И ты сравниваешь его с другими, понимая, что вот те воспоминания, они приятны. Возможно, тебе нужно просто либо время, либо энное количество других опытов. Спасибо вам большое, ребятки, за встречу. Я надеюсь, вам я заставил вас задуматься, потому что именно эта тема очень часто фигурирует в природе ваших психовегетативных эмоций. И я вам желаю научиться воспитывать в себе все-таки именно собственное «я», а не опираться на кого-то. Понятно? Не опираться на мужчин, на женщин. Опереться вы всегда успеете. Но если вы опираетесь в позиции «я привязана», вы попали. Никакой привязанности не нужно создавать. Это понятно? Спасибо вам огромное за встречу. Был рад вас видеть. Это заключающий вебинар в этом году. Увидимся с вами уже в 17-м. Опять же, блок из всего архива, из 8 вебинаров, доступен на сайте Безневроза ТВ. Пользуйтесь на здоровье. Цена его меняться не будет, несмотря на наличие этого вебинара. Так что, пожалуйста, постарайтесь понять, что вам надо научиться быть свободными внутренне. Вы можете быть в отношениях, но внутри вы свободны. И если кто-то посягает на вашу внутреннюю свободу, очень внимательно обращайте на его внимание. Потому что любое разрушение внутренней границы – это посягательство на вашу свободу. Это очень большое заблуждение. Вы – не частная собственность. И ваш партнер – не частная собственность. Люди имеют право на свои выборы, на свою жизнь. Спасибо вам большое. До встречи. До свидания.